Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановна громада, шановні гості, експерти, усі, хто зібрався у нашій студії, як завжди, по четвергах о 19:30, щоб обговорити найважливіші питання нашого життя. І сьогоднішня тема не менш актуальна, ніж усі, про які ми розмовляли тут до цього моменту, не менш важливо, ніж ті теми, про які ми розмовлятимемо ще далі. Адже говоритимемо про скандал, який розгортається у Миколаєві вже декілька тижнів поспіль. І пов'язаний він із ваговими комплексами, що з одного боку влада намагається встановити, з іншого боку є певне протистояння цьому процесові. І зрозуміло, що, звичайно, аграрна область Миколаївщина не може обійтися без, крім того, не тільки аграрна, а взагалі така транзитна для багатьох транспортних сполучень, транспортних напрямків. І зрозуміло, що тут не можна обійтися без контролю за якістю доріг і контролю за тим, як ці дороги експлуатуються. З іншого боку, зрозуміло, що у кожної сторони, яка бере участь у цьому конфлікті, є свої аргументи, є свої резони. І сьогодні ми їх послухаємо і спробуємо зрозуміти, хто ж все ж таки правий. Отже, для початку, ще до того, як ми представимо наших гостей, я пропоную сюжет про історію цього питання. Будь ласка. Вже за декілька годин після офіційного відкриття мобільного комплексу його роботу заблокували близько 100 представників підприємств-перевізників, зернових компаній, фермерів. Обурені люди звинувачують владу у свавіллі, мовляв, мобільну вагову встановили незаконно, з порушеннями усіляких законодавчих норм. А існування таких вагових призведе до здорожчання сільськогосподарської продукції. А є основання, щоб його тут установили? Основання, документи. Можете людям показати? Приказ, щоб успокоїти людей. Що це не безпредел, то есть это, ну, это не беззаконие. Сейчас, документ. Когда сейчас? Хорошо. Я уже целый час стою, вы говорите сейчас. Эти віза отремонтированы, сертифицированы, правильно? Да. В интернете говорят, правильно? Да. За кілька годин працівники Укртрансінспекції встигли скласти декілька актів на перевантажені автівки. Штраф – майже 700 євро на кожну. Збентежені водії впевнені, норму тонажу не перевищували. Хоча згідно з правилами дорожнього руху, автошляхами України можуть пересуватись вантажівки, загальна вага яких не має перевищувати 40 тонн. За кожну тонну понад норми – штраф. І не в гривнях, а в євро. Нас остановили. Говорят, у вас это перегруз. Вот. Хотя я вез, у меня 22 тонны весит машина, вот, и 30 тонн. У меня в техпаспортах расписано, что 16 тонн это прицеп может брать и 15 тонн. Сам тягач. Вот. И вместе это получается 31 тонна у меня. У меня перегруза нету. Но мне посчитали ее как вместе с машиной. Водії впевнені, на дорогу знову повернувся рекет під прикриттям законності. Кажуть, працівники транспортної інспекції будуть пропускати перевантажені автівки поза вагами за винагороду або телефонному дзвінку тих компаній-перевізників, для яких завжди горить зелений світлофор. Логістика МТС, Транссервіс і Автокар. Це три фірми наших президентів. Наших кінських депутатів. Вот они идут вот так на весах. Нас останавливают, нас требуют деньги. А они нет, они им дули тыкают в окно и едут. Это что же неправильно? Когда мы будем жить нормально? И вот пока, если ставят весовый комплекс, то тогда пускай все туда загоняют. Мы все готовы возить без перегруза по 20 тонн. Начальник облавтодору зауважив, ваговий комплекс встановили, аби вберегти дороги, бо ті такого навантаження не витримують, адже дуже старі. Так как Николаевская область является сегодня основной областью транзитной, через которую проходит основная масса грузов, больше всего разрушений, естественно, сложились и в Николаеве. Цель весового комплекса стоит сегодня не в сборе дополнительных средств или по каких-то поборах, то, что озвучивается. Вопрос стоял в другом, чтобы сегодня привести нагрузки по общей массе на оси к тем, под что рассчитаны и построены были наши дороги. Люди ж закидали автодорівцям, що ті не дороги ремонтують, а гроші відмивають. І ви представник отої старої влади,
Попередников. Вот так. Всякой власти приспосабливаетесь, а дороги не делаете, а бабки сбиваете, а? Объясни за соляру, куда наши деньги уходят? Где дороги, бля? Почему ты дороги не делаешь? А? Где твой дом? Покажи, где ты живешь и как ты живешь. Я тебе расскажу, сколько ти воруешь. Час плинув, дебати тривали. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук на початку зустрічі запевняв, що комплекс встановлено законно і влада на поступки не піде. Але згодом усіляко намагався пригасити конфлікт. Запевняв перевізників, що працює для людей і завжди разом з народом. Але ситуація з кожною хвилиною загострювалась. Натовп вимагав, аби приїхав сам очільник області Вадим Меріков. Перемовник попросив тайм-аут на півгодини. Переговоры о встрече, рабочей встрече с представителем Министерства инфраструктуры запланированы на завтра, переносятся на четверг. В данной ситуации Вадим Иванович попросил еще некоторый период времени, чтобы согласовать действия и провести рабочую встречу в четверг в 10 часов. Пока результата нет. Тим часом розігріті емоціями водії намагались відштовхати мікроавтобус, у якому саме і знаходилось комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало роботу вагового терміналу. Та мало не побили головного автодорожника області, а потім перекрили трасу. За декілька хвилин на дорозі скупчилось близько двох десяток автівок. Деякі водії вантажівок та фермери, які опинились у пасті, мітингуючих підтримали. І треба всі машини зупиняти, а то Януковича всі проїжджали і вони відворачувалися. Звісно, буде спор такий. Вони по 60 тонн, а цей бідний крестьян везе на своїй машині, так його останній день забирають. Имею свой транспорт, и я не могу вывезти зерно только по одной простой причине, потому что вот эти бандерлоги, их иначе не назовешь, которые сидят с одного места в другое, деньги перелаживают, а все на нас вешается. И вот поймите меня правильно, что мне просто обидно сегодня за... Ну и раньше было, конечно, при том идиоту мы жили, конечно, нас узурпировали. Это новая власть, которую я, будем говорить, хотел, чтобы она как бы по справедливости все, а получается, что у нас как всегда. У результаті рішення прийняли. Ваговий комплекс прибрали, але поки що до четверга. Аби врегулювати конфлікт, керівництво області ініціювало зустріч за круглим столом разом з перевізниками та представником Міністерства інфраструктури. Отже, доброго вечора, шановні наші телеглядачі. Далі саме час представити гостей, які присутні сьогодні ввечері в нашій студії. Олександр Янсен, військовослужбовець ВСУ. Вітаємо вас, доброго вечора. Традиційно про кожного гостя ми підготували візитівки і далі портрет про вас. Олександр Янсен – громадський діяч, волонтер, активіст Миколаївського Євромайдану. Під час подій навесні 2014 року – лідер Миколаївського народного ополчення. Сьогодні – боєць 73-го морського центру спецпризначення. Як і в питаннях боротьби з сепаратизмом, захисту вітчизни від агресора, у питанні встановлення вагових комплексів проявляє послідовну принциповість – ніяких «але». Звичайним городянам радить – виходити на вулиці, вимагайте встановлення вагових. Самостійно контролюйте їх роботу, аби гроші не осідали в кишенях окремих нечесних особистостей. Ще один гість нашої студії сьогодні – це Микола Тросиненко, член робочої групи Міністерства інфраструктури з установки вагових комплексів. Вітаємо вас, про вас ми теж підготували своєрідний портрет. Микола Тросиненко – керівник народного ополчення Миколаївщини, полковник, командир 11-го батальйону тероборони. Ще у червні 2014 року розповів широкому загалу, чому він знаходиться на боці дальнобійників. Причому зовсім не за гроші. Спроба встановити габаритно-ваговий комплекс у Новоодеському районі викликала обурення у водіїв. На думку керівника громадського формування, процедура зважування відбувалася з порушеннями, діяльність пристроїв нерегламентована. Тоді ситуація з ваговими додала градусу кипіння у конфлікт між двома ополченнями Миколаєва. Микола Тросиненко і через рік наполягає, що немає нормативної бази для встановлення комплексів. Природньо, що народ буде обурений. І
Андрій Вадатурський. Доброго вечора. Вітаємо в нашій студії. Народний депутат України, голова Миколаївської обласної організації партії «Солідарність» блоку Петра Порошенка. Про вас ми також підготували портрет. Думкою, як і де треба встановлювати вагові комплекси, Андрій Вадатурський, народний депутат України, магістр наук з економіки, до недавнього часу заступник генерального директора компанії «Нібулон», поділився на своїй сторінці у Фейсбуці. Неможливо розв'язати проблему з неякісними дорогами, забороняючи перевантажувати великі автомобілі. Він зовсім не проти вагових. Проблема має вирішуватися комплексно при загальному контролі за потоком транспорту через нашу і сусідні області. Навіть проєкт закону запропонував. Ми робимо одні й ті самі помилки за будь-якої влади, а глобальне питання не вирішуємо, вважає наш гість. І далі саме час представити експертів і журналістів, присутніх сьогодні в нашій студії. Анатолій Мотика, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Укрексім». Доброго вечора. Олександр Морозов, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Деметра Трейдінг». Вітаємо вас в нашій студії. Ще один гість – Сергій Протченко, фермер і підприємець. Доброго вечора. Також вітаємо в нашій студії Ярослава Захаренка, члена бюро Миколаївського обласного осередку політичної партії «Демократичний альянс». Ще один гість сьогодні – це Олег Кравець, заступник голови Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Доброго вечора і вам. Руслан Жовтоножко, депутат Миколаївської обласної ради, вітаємо. Ігор Пох, журналіст і публіцист традиційно в нашій студії. І ще один гість – це Євген Воловой, активіст ініціативної групи. І вам доброго вечора. Отже, шановні глядачі, шановні присутні у студії, ми подивилися сюжет, який був знятий буквально ось в перший день, коли розпочався цей конфлікт. Ми слідкували за його розвитком і буквально пару днів тому, готуючись до цієї програми, зняли ще один сюжет, щоб, так би мовити, просто ну, зробити певний зріз того, як розвивається ситуація. Давайте подивимося ще цей сюжет, а потім почнемо нашу дискусію. Будь ласка. Перша спроба встановити на під'їзді до Миколаєва мобільний ваговий комплекс потерпіла фіаско. Тоді зібралось близько 100 представників організацій перевізників та аграріїв і під тиском змусили обласне керівництво прийняти рішення – прибрати вагову. А вже через 2 тижні автодорівці знову вирішили випробувати долю. Запевняють, ваговий комплекс буде працювати тиждень у тестовому режимі, без протоколів та штрафів водіям за перевантаження. Мовляв, хочуть лише провести моніторинг руху великовантажного транспорту задля подальшого відпрацювання логістичної схеми доріг півдня України. В пределах 2004-2005 року грузопоток составляв десь 3,8 мільйона тонн перевалки через Миколаївські порти. В 2014 році він составив більше 20 мільйонів тонн. На сьогодні самі дороги в своєму дальнішій модернізації і розвитті відстали від розвитку автомобільного транспорту. О 9-й працівник «Укртрансінспекції» зупиняє першу вантажівку. Водій пручається, на ваги заїжджати відмовляється. Після роз'яснень працівників «Трансінспекції» та облавтодору їде зважуватись. Обурюється, каже, дороги вже давно зіпсували зерновози можновладців, які ігнорують подібні вагові. Щоб так наказали трансфери зерновози, тому що вони все це уничтожили. И расценки, перебить расценки. Вот будет по 22 тонны возить, по 24, если у нас сейчас разрешено не 38, а 40. И всех. А то Тигибка проезжает, ГАИ стоит, лицо отвернуло. Говорю, почему ты их? Особенно в Кировограде. В Днепропетровске, в каком рогу, там вообще вот такие ямы по пояс, дорог нету. Водночас водії легковиків зазначають, габаритно-ваговий контроль конче необхідний. Нарікають, автошляхи вщент розбиті, подекуди їм доводиться їхати випробувальним полігоном. Очень нужны, потому что все-таки вот сейчас проезжали Новую Одессу, там дороги вообще нет. Далекобійники, що перевозять вантаж не тільки напрямками України, а й за кордон, стверджують, там вагові комплекси – норма. В Європі перевантажене авто не просто оштрафують на круглу суму. Його зупинять, допоки зайвий вантаж не буде переміщений на інше авто. Правильно, треба давно. Ось зараз я везу арбуз. 20 тонн і більше не беру. Ну це нас не касається.
все касается зерновозів. Все їм буде наказання. Будуть у нас і дороги, буде в нас. За декілька годин від початку роботи пункту контролю до нього з'їхались зо три десятки незадоволених. Знову ж таки, представників фірм-перевізників. Про те, що комплекс працює у тестовому режимі, і чути не хотіли. Вимагали негайно придбати ваги, бо ті нібито встановлені незаконно. А моніторить місцева влада далеко не кількість та навантаження на дорогу, а градус напруження перевізників. Мы знаем, для чего это делается. Никого бы здесь не было. Хорошо, тут прижився. Пускай стоит. Будем ставить в другом месте. Раз никто ничего не говорит, вам надо просто промониторить общественное мнение. Так поведут себя перевозчики. Один из доводов протестувальників щодо спротиву мобильным ваговым – это коррупция. Вот эта газель брала деньги. В 2012-2013 году. Платили 3 года исправно. Как можно нам сейчас... Как ей верить, может, эта газель? Объясните мне. Я не говорю про людей, хотя там тоже лица одни и те же. Существует много фирм, которые платят наверх. Это МТС Украина, это ДЗК, это Три Семерки, это зерновые компании, которых ни один гаишник в жизни не остановит и не загонит за веса. Пока закон у нас не один для всех, этого здесь не будет. За 2 години працівники Укртрансінспекції через вагову встигли пропустити 17 вантажівок. 4 з них мали перевантаж на 3-4 тонни. Далі кермо організації роботи взяли в руки протестувальники. Інспектор автівки зупиняє, перевізники дають команду їхати повз. Представники організації перевізників стверджують, після попереднього пікетування вони зустрілись з керівництвом області. Які слова прозвучали від губернатора? Мы даем вам возить 70 тонн брута, выставляем весовой комплекс, ставим камеры, выставляем весовой комплекс, и чтобы больше 70 тонн машины не шли. Самі ж перевізники стверджують, платити готові, але ці кошти мають використовуватись на ремонт доріг. Але влада на таку пропозицію, кажуть, не погодилась. Ті машини, які везуть більше 40 тонн до 70 тонн, будут платить 200 гривень для того, чтобы ремонтировать дороги Николаевской области. Градус протистояння підвищувався з кожною годиною. Найактивніші навіть сміттєвий бак привезли, аби провести показову люстрацію головному автодорівцю. Скільки можна, щоб він сюди приїжджав і людей добивав? От мусорний бак для Валерія Івановича. Пускай посидить і подумає. Четвертого президента чоловік міняє, він всіх устраює. Поки перевізники готувались до люстрації, перший заступник керівника області у телефонному режимі дав вказівку начальнику облавтодору Валерію Блошенкові демонтувати ваговий комплекс. Урешті-решт обидві сторони конфлікту дійшли консенсусу. Пропозиції сторін мають опрацювати юристи облавтодору Укртрансінспекції та юрист від перевізників. Для того, чтобы встречались юристы, любой документ начинается отработка чего? С чистого листа. Берется карандаш, на нем делается пометка. Потом садятся, начинают его просматривать. Накладывая их на юридическую базу, можно потом говорить, стыкуется она или не стыкуется. Мы к этому никак не дойдем. Мы все время становимся в противостоянии друг другу. А поки що у боротьбі зерновози проти громади другий тайм завершився рахунком 2-0 на користь перевізників. Отже, поки йшов цей сюжет, тут в студії вже розгорілися серйозні пристрасті. І я зараз готовий надати, за традицією, надати слово кожному з наших гостей по одній хвилині. Будь ласка, панове, тільки, будь ласка, вкладіться у цю хвилину, для того, щоб визначити ваші позиції у ході цієї дискусії. Принаймні, ваші стартові позиції. Ось, оскільки Олександр Янсен до мене найближчий. Будь ласка, Олександр. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, зрителі. Дело в том, что вначале был показан сюжет, который говорит, что это было начало всей этой истории. Нет, эта история началась как минимум в 2013, наверное, даже в 2012 году, когда город заполонили большегрузные машины, в особенности Корабельный район, потому что Никотера хотела побольше провозить грузов, в том числе зерновых. Мы тогда поднимали эти вопросы, на нас никто не обращал внимания. На следующий год, в 2014 году, была попытка установить весу. Но я вот, да, отвечаю на ваш вопрос, который не прозвучал. В прошлом году действительно установкой весов занимались непорядочные люди. Хотя они имеют какое-то отношение к нашему народному ополчению, я заявляю и беру на себя эту ответственность, да, они были негодяи.
Потому что там была у них только одна цель. Попытка зарабатывать деньги. Против чего мы стояли? Против, именно по той причине в прошлом году мы не возмущались о том, что вас кто-то там защищал. И мы готовы были идти на диалог. Ярослав не даст соврать, в прошлом году уже мы пытались идти на диалог. Ставить какие-то весовые комплексы и пытаться, чтобы эти деньги не по карманам расходились, по облавтодору и в ГАИ, еще непонятно кого, а шли конкретно на ремонт дорог. Но это не решение вопроса. Решение вопроса в том, чтобы дороги не убивались, а не, чтобы они латались за те штрафы, которые вы будете платить. Будь ласка, Микола Красиненко. Добрый вечер. Значит, что касается дорог, то, конечно, наше государство очень мало уделяло внимания на строительство новых дорог и на ремонт существующих. Это десятилетия тянется. А то, что касается весовых комплексов, они были очень давно. На Одесской дороге. И мы помним, что 10 лет назад Одесской дороги вообще не было, а потом отремонтировали. Эти весовые комплексы, такое острое противостояние получили в прошлом году, когда после революции гидности люди, значит, знали и знают, что на этих комплексах собирались только деньги наличные в виде взяток. Доходило до того, что по 500, по 600 тысяч с одного комплекса наличкой собирали, даже приезжали туда инкассаторные машины, собирали эти деньги. Эти деньги, которые собирались на весовых комплексах, шли в чьи-то карманы всех людей, которые с этим связаны. Если бы эти деньги были заплачены государству, как положено, и вкладывая в день по 500-800 тысяч, по миллиону, полтора в дороги, то мы бы сейчас ездили на прекрасных дорогах. Поэтому одним комплексом или 10 комплексами мы дороги не спасем. Нужно их организовать так, чтобы они давали государству финансы для того, чтобы ремонтировались в последующем эти дороги. Спасибо. Андрей Алексеевич, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, здесь, я думаю, хотелось бы просто структуризировать наш разговор. Почему? Потому что это как раз такая тема, которая нас объединяет. Мы все хотим ездить по нормальным дорогам. Я против того, чтобы этот вопрос нас как раз вот разъединял, как мы видим, такие вот столкновения вокруг этих весовых комплексов. Я бы хотел бы сегодня поговорить, почему у нас эта проблема возникла. Второе. Что мы можем решить. Третье, это как мы это сможем решить. Да, поэтому без эмоций. Почему? Потому что, в принципе, очень легко кого-то обвинять в том, что вот чья это вина. У нас проблема в том, что у нас дорог нет. Это факт, с которым все согласятся сегодня. Поэтому давайте будем акцентировать внимание не на том, скажем, весовые комплексы — это всего лишь часть этой общей картины. Поэтому я понимаю, что и контроль над этими весовыми комплексами тоже может быть выглядеть как и бизнес-проекты какие-то. Но опять-таки, это всего лишь часть проблемы, которую мы вот сегодня должны обговорить. Спасибо. Я хочу обратить ваше внимание на то, что если первая волна возмущения была вызвана тем, что речь шла о том, что непонятно, куда идут эти деньги, в какие карманы, что они здесь будут делать, то во втором сюжете, то есть вот, снятом через две недели после первого конфликта, уже было видно, что первый замгубернатора Николай Романчук говорит о том, что все будет автоматизировано и расчетов на месте в принципе не будет, будет просто производиться автоматический замер и, соответственно, выдаваться документ для оплаты в банке. То есть те вот моменты непонятно куда идущих денег, ну вроде бы снимаются. Более того, ну, к сожалению, Николая Павловича сейчас нету в студии, у него, в общем-то, дела государственной важности не позволили ему принять участие в нашей программе. Однако, ну, как-то нет у меня особого подозрение в том, что вице-губернатор вот настолько открыто ставит комплексы для того, чтобы положить деньги к себе в карман. По крайней мере, ни Александр Янсен, ни Николай Тросиненко, которые в этом вопросе являются абсолютными антагонистами, ну, как мне кажется, не ставят под сомнение порядочность Николая Романчука. Сейчас, секундочку. Следовательно,
голос сомневающихся был услышан. И поскольку все трое наших гостей говорят о том, что да, действительно, дороги нужно ремонтировать, деньги нужно собирать, контроль необходим, но вроде как решение какое-то выработано. Однако, я так понимаю, что все равно в товарищах согласия нет. Пожалуйста, вы хотели что-то сказать? У меня вопрос такой. А вице-губернатору целый день находиться на весовом комплексе, это нормально? Больше нечем заниматься в области? И установку весового комплекса, который, по сути, не имеет никаких законных оснований там находиться. И всем другим государственным чиновникам, и плюс спецподразделения милиции, и остальные чиновники, которые находились целый день там. Ну, я не выношу оценок, для этого есть вы, а я хочу сказать только одно, что, наверное, нужно было с чего-то начинать, и присутствие вице-губернатора, судя по всему, должно было обозначать просто, что это не какие-то левые пассажиры ставят комплексы для того, чтобы положить деньги к себе в карман, а это некая государственная задача. К сожалению, Николая Павловича нету здесь для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вместо него ответить не могу. Но, зато я хотел бы показать вам еще один сюжет для того, чтобы ввести, так сказать, в игру вот наших общественников из Демальянса, которые исследовали ситуацию... Вы сейчас тогда уточните. Ярослава Захаренко из Демальянса. Которые занимались отслеживанием. Не люблю использовать иностранные слова, там, где можно обойтись русскими или украинскими. Итак, отслеживали ситуацию с ремонтом дорог, смотрели, что с ними происходит. И тут, как бы, я так понимаю, два аспекта. Качество ремонта в принципе и то, что происходит с дорогами в результате вот этих вот самых перегрузов. Давайте глянем этот сюжет, нам многое станет понятно. Ініціативна група утворилася у березні поточного року. Та навіть за такий короткий термін роботи вже має певні результати. В проекте объединились абсолютно разные люди. Это и партийные, и общественные организации, это просто люди города. Они показали своей работой то, что когда люди объединяются ради какого-то результата, они его обязательно добиваются. Варварівський міст, перехрестя вулиць Пушкінської та Чигирина, нещодавно були капітально відремонтовані. Але через постійний потік перегружених фур на цій ділянці покриття знову деформоване. Это хаос. градус Цельсия. Вот мы сейчас на пересечении Пушкинская и Чигирина. Наше любимое место, которое было откапиталено совершенно недавно. Подрядчик Дурлидер. То, что едет, это не должно ехать. Это все груженное. Нарушая температурный режим, тем самым они выдавливают эколию и выдавливают асфальт, который был капитально отремонтирован совершенно недавно. И опять же, туда вбуханы сумасшедшие деньги. Така ж ситуація і на відрізку дороги між Широкою Балкою та Жовтневим. Як повідав Євгеній Воловий, асфальт тут клали вже не вперше. Проте результат виглядає ось так. Згідно зі статистичними даними ініціативної групи, 50% перевізників не перевищують допустимі вагові норми під час транспортування вантажів. Але й половини, що залишається, вистачило, аби повернути нововідремонтовані дороги у їх первозданий стан. Нам из этой ситуации нужно найти выход. Выход такой, при котором у нас и будут дороги, и у нас сохранится бизнес у людей, людей останется работа. Поэтому вопрос непростой, но нужно искать из этого выход. Дуже колоритно виглядає і перехресті проспекту Жовтневого та вулиці Самойловича. Ремонтні роботи тут не проводилися вже багато років, хоча цим перехрестям проїзд вантажного транспорту дозволено. Така ж ситуація і на переїзді через залізничні колії неподалік. Яма на ямі виглядає саме так. То, що произошло в этом сезоні, я искренне считаю, что это будет хороший старт, хороший толчок к чему-то конструктивному, что мы никогда уже не вернемся к горячему асфальту в лужах. В целом мы двигаемся в правильном направлении. Шаги наши, да, которыми мы идем к правильному направлению, то есть к какому-то светлому будущему, вот над ними можно поработать. Активисты постоянно контролируют все капитальные та латкові ремонтні роботи на автошляхах Миколаєва. Перевіряють якість асфальтного покриття, дотримання норм проведення робіт та експлуатації.
Отже, зрозуміло, про що йде мова. Тобто, з одного боку, це якість ремонту, і там зрозуміло, що не все гаразд. З іншого, це те, що коїться з нашими дорогами, коли навіть і з якістю все гаразд. Втім, коли не порушується температурний режим, коли порушується ваговий режим, то ми бачимо, що коїться з цими дорогами. Панове, у вас, Ярослав Євген, є що додати до цього? Да. Так, будь ласка. Сама проблема, как уже отмечено ранее, она есть комплексная. И здесь у нас, в принципе, есть вопрос трассы, есть вопрос в городе. В городе вопрос еще более сложный, чем на трассах, так как у нас под дорогами есть коммуникации. И там даже если не будет перегрузов, если там не будет плохо сделан ремонт, сделаем капитальный, хорошо, и тут приедут кроты. Это наш ТЭЦ, это наш водоканал и другие. Они возьмут это все, вырвут, потом залатают. Ну, как залатают? Вот и будем иметь вот такие проблемы. Так же самое мы видим факты, где хорошо откапиталена дорога, и потом видим вдруг провал. Оказывается, так как ездят достаточно тяжелые машины, уже при хорошем ремонте, вроде бы асфальт они не выдавливают, но они выдавливают колодцы канализационные, которые просто рушатся вниз и идут провалы. Тоже. То есть мы оказались в теме весовых не случайно. Изначально нас интересовали дороги. Все, только дороги, их состояние, их ремонт, почему они такие. А в конце концов мы пришли к тому, что мало их делать качественно, мало делать их по уму. Нужно, во-первых, там очень тяжело, но возможно их менеджить. По крайней мере, правильно построенная... Решение. Сначала готовится инфраструктура, которая под дорогой, потом делается хорошее основание, хорошее покрытие, и после этого не убивать их. То есть тогда мы будем иметь надежду на то, что что-то будет. На трассах все гораздо проще, ну как, по крайней мере, не все, а уж совсем просто, но мы видим эксплуатацию трассы, мы понимаем, что существующие дорожные покрытия не выдерживают текущих нагрузок. То есть оно уходит в то, что мы видим на дороге. Мы видим уровень финансирования. Он также не позволяет восстановить эти дороги. Спрашивали, кто виноват в состоянии. А тут можно не сказать, что виноват, по крайней мере, кто не смог. А у нас власть, она должна была организовать рамки, в которых и будет финансирование совпадать с тем необходимым содержанием дорог. У нас не получилось этого процесса. Ярослав, может быть, попытка установить весовые комплексы, это была начало попытки установить весовые комплексы, это была реакция на наши требования. Ребята, пока мы не ограничим вес на дорогах, мы не сможем, сколько туда не ложить денег, их не будет. Нужны правила игры, рамки, раз, два. Вопрос, сейчас по закону 40 тонн, а бизнес не готов к такому решению. Вопрос может быть компромиссным в той точке зрения. Нам нужны дороги, им нужно возить. Им тоже нужны дороги, я понимаю. Да, однако не все готовы ездить по 40. Возможно, есть та точка соприкосновения компромиссная, при которой мы будем иметь и дороги, и они будут иметь возможность столько, сколько возить, столько хотят. Согласно расчетам Министерства инфраструктуры, нельзя слишком эту цифру загибать вверх. С той же точки зрения, вот наша ценность от весовых – это убрать вот эти монстры, которые просто выдавливают все. Мы не заинтересованы вообще в каких-либо штрафах на этих весовых. Мы не видим ценностей штрафов. Мы видим ценность ограничения условий, загон условий эксплуатации дорог в рамки контракта. Когда я приду завтра к подрядчику и говорю: «Ай-яй-яй, а что же это на дороге?» Он говорит: «Уберу». А сейчас он мне говорит: «А, ты видишь по условиям контракта, сколько здесь должно быть, да? А вот видишь, сколько проехало? И чё?» Вот в основная наша проблема заключается в отсутствии доверия. Бизнес не доверяет. Эта фраза звучит на каждой нашей программе. Ну, я это с моей точки зрения. По закону уже. Значит, в то же время государство не доверяет бизнесу. И в итоге бизнес не хочет платить штраф, потому что он не верит, что эти деньги пойдут на дороги. Да, вы верите, что они пойдут куда угодно, но только не на дороги. В то же время само государство не в состоянии сейчас
достаточное финансирование обеспечить, чтобы мы получили их, несмотря на все. Надо искать выход, где мы сможем и поставить такие рамки, в результате которых мне кажется, у нас... собственно, вот история с комплексами, это и есть попытка поиска выхода. Олег Кровец, пожалуйста. Я хотел бы добавить, что мы сегодня активистам вдячні за те, що вони можуть цю проблему підняти, вони її підняли. От. Але має бути комплексний підхід. Цей комплексний підхід має бути саме анонсований професіоналами. І ви знаєте, на з'їзді в 2008 році при програмі «Солідаризму» була анонсована така програма, як «Транспортна країна». І було піднято таке питання, що необхідно переглянути повністю відношення до наших доріг. Ви розумієте, що сьогодні питання не в тому, що ми маємо довіряти один одному чи не довіряти один одному. Це має бути дуже чіткі, мають бути дуже чіткі норми. Сьогодні ми розуміємо з вами, що нам необхідно міняти ДБНи, нам необхідно міняти підхід самий до доріг. Ви розумієте, що якщо сьогодні звичайний виборець, звичайний громадянин України, у якого є свій особистий автотранспорт, ви розумієте, що він сьогодні розбиває свою машину. Він сьогодні має платити знову кошти за те, що він допомагає нашим бізнесменам, які продають зерно. Два рази. Перший раз допомагає тим, що він ремонтує свій автомобіль. І другий раз він допомагає тим, що він платить за ту дорогу, по якій має їхати цей бізнесмен. І навіть, певно, що третій раз, тому що у нас ціна на хліб не знижується. Ми просто що робимо? Ми з вами сьогодні беремо зерно, і це зерно повністю вивозимо з країни. Хоча чудово знаємо, що якщо сьогодні, ви знаєте, сьогодні, якщо просто переробити це зерно в муку тільки, на місцях переробити це зерно в муку, то валовий національний продукт зросте як мінімум на 5-8%. Це вже прораховано. А є глибока переробка зерна, я перепрошую, є глибока переробка зерна, при якій ми маємо ще більше грошей, можемо мати нашою країною. І ми не можемо сьогодні просто вивозити зерно і всі інші продукти, не можемо просто вивозити з держави. Також ми сьогодні розуміємо з вами, що люди в селі при сучасних технологіях практично не потрібні. Ми можемо сьогодні зробити виробництво в кожному населеному пункті. Ми сьогодні можемо переробляти величезну кількість продукції. Тому відношення до доріг має бути дуже чітким. В Сполучених Штатах Америки є досвід, у Європі є чудовий сучасний досвід. Ми знаємо, що тут ті дороги, які сьогодні у нас робляться, основа – це те, на що кладеться ця дорога. В Сполучених Штатах Америки, наприклад, для того, щоб зробити підошву під покриття, туди вносять велику кількість, наприклад, вапна, яке зв'язує вологу. У нас цим не займаються. І найкращі дороги, вони мають бути, всі фактично дороги в Україні, вони мають бути державою розподілені по типам. До кожного типу доріг мають підходити комплексно. І на цей тип доріг може виїжджати така машина, а на цей тип доріг має виїжджати така машина. Ми чудово з вами сьогодні розуміємо, що до 92-го року, там, до 95-го року по нашим дорогам рухалися тільки КАМАЗи, у яких була максимальна там вантажопідйомність там, до 10-11 тонн. Ну там перегрузи вже були реальні. 11 тонн – це на вісь. Ви розумієте, яка різниця з тим, що сьогодні 30 тонн машина везе. Яке навантаження, яке на вісь. Та звісно, що у нас просто техніки навіть такої нема, яка б сьогодні забезпечила нормальні дороги. Не закріплені борта, не відведена волога з підошви, з основи. Немає дренажів, елементарні речі. Якщо сьогодні взяти любий елементарно людина, яка розбирається в будівництві, вона зразу скаже, що не буде стояти ця дорога. Вона поповзе, вона розповзеться, тому що не закріплений борт, тому що не відведена волога. Подивіться на наше місто Миколаїв, чудове місто. У нас ливньовки немає, ніхто цього питання жодного разу нормально не підняв. Як може стояти ця дорога, якщо на ній зверху
15 сантиметрів. Олеже, я дякую. Я розумію, що тут перелік недоліків можна продовжувати протягом не тільки цієї програми, але й всього дня. Втім, на жаль, у нас немає тих, хто відповідає за будівництво доріг. Знову ж таки, напевно, справи державної важливості затримали людину. Я бачу, панове, вас. Але я хотів би почути зараз Андрія Олексійовича Вадатурського, адже він поєднує у своїй особі і законотворця, тобто людину, яка здатна, принаймні, частину цих питань, про які ми кажемо, вирішити в сесійному залі. З другого, ви безпосередньо знайомі з тим, що таке взагалі агробізнес, що таке перевезення агровантажів. Отже, будь ласка, слухаємо вас. Спасибо за слово. Я би хотів би повернутися до законодавчої ініціативи чуть позже, да, щоб ми спочатку виговорились о проблемах і о можливих путях рішення. Но сейчас бы я просто бы хотел бы сказать, вы правильные вещи говорите, да, и нужно перерабатывать, как вы говорите, хлеб у нас, да, что добавит ВВП, перерабатывайте, да, не проблема, становитесь, перерабатывайте. Не нужно просто вот, скажем, призывать к тому, что... Правильно, хорошо, смотрите, следующий вот миф. Америка, в Америке хорошие дороги. Они вывозят от 50 до 70% тоже своей продукции, и кукуруза, и соя, и также пшеница. Поэтому не нужно решать проблему, останавливая экспорт. Да? Работает что-то, единственная отрасль, которая работает, и дай бог, и нужно помогать. А у нас вот, давайте будем сразу зажимать, ограничивать. Ярослав, хотел бы сразу бы хотел вернуться к цифрам. Я смотрю, у вас очень хороший... Ну, наверное, презентация, правильно? Правильно. Смотрите, давайте мы сейчас вот поговорим предметно, с цифрами, будем разбирать. Дело в том, что как раз у вас эта презентация основана на той моей инициативе. Это не законодательная инициатива, это инициатива создания пилотного проекта в Николаевской области. Вот вы правильно говорите, нужно ограничивать. Ограничивать — это 5 или 10% вообще решения проблемы. Это как контроль. Правильно? Все, наверное, согласны с тем, что нужно ограничивать. Теперь посмотрим, на чем. Вы говорите 40 тонн, правильно? Поднимите, пожалуйста, вот, откройте пятую страницу, посмотрите, что такое 40 тонн. Сколько это груза? Нет, ну, у нас количество дорог. Вот пятая страница этой же презентации. Давайте я вам буду помогать. Так, может, давайте какую-то систему координат вернемся. Смотрите, правильно. Ну, 40 тонн. Откуда взялись эти 40 тонн? Вот мы сейчас пытали, вот как раз если да, вот вы смотрите, я вам говорю, это ось. Вот давайте вот мы сейчас об этом правильно поговорим. Откуда эти цифры? У нас пожалуйста, 59 километров в нашей области таких дорог. Правильно. У нас есть понятие нагрузка на ось. Правильно. Которая там, смотрите, Саша, давайте все-таки, Андрей Алексеевич, у нас є поняття відношення до нашого громадянина України, який їздить на своєму автотранспорті. От до нього відношення. Хто йому сьогодні поверне ремонт автомобиля? Господа, якщо ми будемо перебивати друг друга, ми не услышим до кінця ні одної мислі. Давайте все-таки, поки це можливо, і страсті не розкалились уже до біла, говорити по очереді. Андрей Алексеевич, пожалуйста. На самом деле, я просто хочу вот услышать, все выскажется. Вот готовы мы говорить об ограничениях или нет? Важно этот аспект. Давайте мы поговорим, вот ограничения могут быть разные. То ли можно говорить ограничения на ось, или в целом о перевозке. Вот смотрите, вот Евгений правильно говорит. 59 километров в Николаевской области тех дорог, которые готовы выдерживать 40 тонн груза. Согласны? Согласны. Мы сейчас говорим о том, что давайте мы ограничим. Но проблема заключается в следующем, что у нас из 4700 километров дорог в Николаевской области всего 60 километров более-менее нормальные. Остальные 3500 ограничения 18 тонн. То есть, если мы ограничиваем 40 тонн, то все равно мы разрушаем этих 3500. Да. Разрушаем. Решает проблема ограничения 40 тонн вопрос с сбережением дорог Николаевской области? Нет, не решает, потому что 3500 будет разрушаться. Следующее предложение. Давайте мы ограничим, что делать, чтобы не разрушалось. Ограничим на 18 тоннах. Правильно? Правильно. У меня вопрос к перевозчикам. Тара машина какая? Значит, новые машины, которые мы покупаем на сегодняшний день, значит, машины Scania, то, что мы покупаем.
покупаем, тара ее 25 тонн, белорусские мазы желтого цвета 23 тонны, притом эти машины сертифицированы на Украине, они завозятся, платится с завоза этого автомобиля с полной стоимости 20% НДС, которое тоже идет в бюджет, ну и плюс остальные налоги. Значит, тара КамАЗов старых колеблется где-то от 14 до 15 тонн, ну, 15-16, да. Это, но эти машины правильно уже не производят. Правильно. Да. Смотрите, товарищи, но на самом деле, что мы делаем? Мы сейчас говорим об ограничении даже пустых машин. То есть не каждая пустая машина может проехать по нашим дорогам, не разрушая дорогу. Вы с этим согласны? Я могу сказать так. Мы можем идти к тому, чтобы не добить те 59, которые у нас еще есть, и они пригодны. Мы говорим всего лишь о 59 километрах. Мы говорим о том, что у нас есть какая-то часть, которую мы пытаемся хотя бы сохранить. 59 километров. Не подход уже, гори. Нет, подождите, гори, мы должны как-то о всех, да, же дорогах говорить, а не 59. Вопрос в том, что если мы не ограничим каким-то весом движение по дорогам. Каким? Ну, по крайней мере, во-первых, речь идет про 40 тонн, есть предложение согласно министерству. Я говорю о том, что нужно найти с перевозчиками временное решение до прихода, до начала строительства новых дорог. Ярослав, временное решение — это политика. Давайте мы поговорим о цифрах. Подождите, господа, давайте вот мы пока устроили диалог, и у каждого своя правда. Давайте выясним. Хорошо, уже зритель понял, что 40% это все равно не решение. С другой стороны, те 40 тонн, извините. С другой стороны, те вот большинство дорог, которые могут выдержать там до 20 тонн, это все равно как бы тоже не решение, потому что, как я понимаю, у вас пустая машина стоит. Экономика весит больше. Весит больше. Олег Кровец, пожалуйста, давайте все-таки вот выясним этот вопрос. Только, пожалуйста, я призываюсь быть максимально краткими. Ми сьогодні з вами говоримо, що давайте користуватися тими дорогами, які в нас є. Ми сьогодні говоримо, що давайте їздити по тим дорогам, які ми вже зробили. Але ми сьогодні забуваємо про те, що ми сьогодні маємо зробити дороги інші. Ми маємо зробити абсолютно нормальні дороги, по яких піде 50-60 тонн. Тому що сьогодні є такі транспорти. Господа, давайте исходить не из программных заявлений партии, а говорить о том, что реально можно сделать. Я хотел бы вам нагадать, что в 18-му веке дорога Санкт-Петербург-Владивосток была побудована дуже простым коштом, не коштом держави, вона була просто розпайована, розумієте? Тобто вона була акціонована. Люди просто платили за акції під гарантії держави. Справа в тому, що у нас сьогодні держава не дає гарантій людям, розумієте? Якщо сьогодні держава дасть гарантії, і вона зможе продати ці акції, розумієте? От відношення до цього... Олег, я хочу напомнити, Олег, що несколько лет назад Юлія Владимировна Тимошенко проводила здесь совещание судостроителей, і на ньому теж главним требованням, главной просьбой, главной мольбой, главным условием развития судостроения были гарантии государства. С тех пор ничего не произошло, несмотря на ее премьерство. Тогда случился кризис, я понимаю, не сложилось. Сейчас война тоже не получится. Давайте говорить о реальных вещах. Андрей Алексеевич, пожалуйста. В Донбассе дороги лучше, чем у нас. Еще раз. Пожалуйста, Андрей. Я просто хочу вот расставлять акценты, потому что если мы не сможем расставлять акценты, у нас сейчас дискуссия просто перерастет в ругню. И мы опять разойдемся без какого-то видения, общего видения. На самом деле нам сегодня нужно объединиться. Еще раз, я просто извините, но хочу вернуться. Вот для того, чтобы остановить разрушение большего количества дорог, это 3500 километров, мы сегодня должны ограничить перевозку грузов в количестве 18 тонн. Если вы говорите по поводу на ось, сколько у нас осей? 6. Давайте, сейчас, не перебивайте, пожалуйста. 6 осей, вот 18 тонн, поделите на 6. 3 тонны на ось. Нормально это? Ненормально. Смотрите, на самом деле аргумент, говорит, что это нормально. Аргумент очень простой. Ограничением мы проблему не решим. Мы остановим экономику и заморозим эту проблему. Если мы с этим согласны, мы должны просто двигаться дальше. А что теперь? Как решать этот вопрос? На самом деле, если вы согласны с этим, то теперь давайте будем думать, как этот вопрос решить.
Я согласен с ограничением, с контролем. То есть везде должны быть. Правильно. В этом да, вы согласны. Но это всего лишь часть. Понимаете, никто хорошо здесь не спорит. Я ищу то, что да есть. Это простое передергивание фактов. Цифры. Хорошо, давайте цифры. Вот я хочу задать вопрос переводчику. Подождите. Так, хорошо, хорошо. Андрей Алексеевич, давайте, пожалуйста. Только единственное, господа. Один вопрос переводчику. Подождите, пожалуйста. Давайте дайте Андрею Алексеевичу закончить мысль, потому что он совершенно прав. Мы так никогда не дойдем до какого-то внятного понимания. Мы уводим разговор от него. Хорошо, давайте, Андрей Алексеевич, заканчивайте, пожалуйста, мысль, и тогда вопросы вам зададут те, кто не понял того, о чем вы говорите. Но прежде чем задавать вопросы, дайте человеку мысль закончить. Андрей Алексеевич, пожалуйста. Смотрите, мы сейчас вот говорим о том, что мы, я думаю, согласились с тем, что мы не сможем решить этот вопрос так, чтобы, ну вот скажем, ограничением, правильно? Я вижу, единственное решение — это строительство дорог, даже не ремонт, потому что у вас шестая страница этой презентации говорит о том, как эти дороги ремонтируются. Посмотрите, пожалуйста, я думаю, многие видели, я хотел бы показать и на камеру тоже. Это достаточно сложный график, да, или Ярослав, покажите, пожалуйста. И прочтите, пожалуйста, вот заключение, которое дает Министерство инфраструктуры, вот внизу. Тут говорится о том, что профилактика состояния дорог, она в 5 раз дешевле, чем ремонт. Правильно, и второе вот нижнее предложение. Винні не лише перевізники, але й держава, що вчасно не виділяє достатньо грошей на ремонт. Критично важливо витримувати міжремонтні інтервали. Правильно. Чому? Тому що вот этот график как раз показує о том, що нам нужно постоянно ремонтировать, і ми будемо тратить небольшие деньги. Но здесь, когда у нас уже дорог нету, нам все равно. Понимаете? Это будет все равно, что мы построим новую дорогу. Сейчас ремонтом не обойтись. Поэтому ограничение уже в том случае, когда у нас нет дорог, это будет еще хуже. Предложение. Смотрите, на самом деле мы согласны, что нам нужны будут деньги. Вот я баллотировался в народные депутаты в октябре-ноябре прошлого месяца. Прошлого года, да. Я обещал решать вопрос с дорогами. Я уже в декабре встретился с Световым банком, да, вот, они подсказали инициативу. Единственное решение это, этих проблем, это на законодательном уровне, с помощью закона, да, и в целом любые незаконные методы сегодня не принесут результата. Поэтому я выступил с инициативой создания и рабочей группы, законодательной инициативе. В итоге у нас было там 6 или 7 человек, которые участвуют в разработке законопроекта, который мы зарегистрировали в апреле месяце. Его сейчас доработали, я уверен, что мы его примем сейчас. И Министерство инфраструктуры нас поддерживает, и депутаты нас поддерживают. Я предлагал работать в этой группе депутатам с самопомощи, с Народного фронта, с БПП, с разных комитетов. Для того, чтобы быть уверенным в том, что этот законопроект будет принят. Что, о чем это? Создание дорожного фонда. Почему? Потому что вы все говорите о том, что даже на легковой машине работаете. Вы платите деньги за эти дороги. Правильно? Мы все понимаем, что мы платим деньги за дороги, которых у нас нет. Сколько мы сегодня собираем денег в стране? Кто об этом знает? 40 миллиардов долларов. Никто не знает. Это сегодня только расчеты. На самом деле официальная цифра от Министерства финансов говорит 20 миллиардов. Я не верю. Я вам просто приведу цифры, которые я знаю. Есть такая компания Небулон, которая покупает дизельное топливо для комбайнов, которые по дорогам практически не ездят. Покупает для тракторов. Покупает дизельное топливо для заправки буксиров, которые по дорогам не ездят, и перевозится зерно по воде. Вы знаете, сколько компания Небулон одна заплатила акциза за прошлый год? 180 миллионов гривен. Сколько выделено денег на ремонт в Николаевскую область? 170. 140. И дело в том, что и часть этих денег пошла на погашение долгов. Как можно построить, как можно решить эту проблему? Вот я считаю, что нужно было сделать прозрачно этот механизм. Поэтому уравнение состоит из двух частей. Первое, накопление.
Мы должны четко понимать, куда идут деньги. Мы должны понимать, сколько у нас денег собирается. Мы должны контролировать и контрабанду дизельного топлива в Украину в том числе. Это то, что занимается Саакашвили. Это часть. Мы должны понимать, сколько у нас денег. Вторая часть уравнения. Мы должны заниматься целевым использованием. Почему? Потому что мы сегодня собираем 20 миллиардов гривен. У нас в бюджете на 2015 год, на этот год, заложено всего 1 миллиард гривен по всей стране на ремонты. Мы получили долги, и мы не имеем дорог. Вот это вот наша хозяйственная инициатива. Вот это то, что занимались все правительства до сих пор. Нам нужно разделить. Следующее. Мы должны контролировать, сколько денег было собрано в Николаевской области. Потому что в итоге с децентрализацией и законопроектом все мы дороги получим в Николаевскую область на баланс разных уровней. Мы будем платить деньги, и мы будем уже контролировать, куда эти деньги пошли и кто будет заниматься ремонтом. Смотрите, у нас на самом деле, если мы посчитаем только потребление дизельного топлива в Николаевской области, то я вам хочу сказать, что за 3 года мы сможем построить все дороги в Николаевской области. Колоссальные цифры. Вот смотрите, вот я вижу эти передачи, когда фермеров заставляют, там вы говорите, давайте перерабатывать. Они сегодня платят за дороги, по которым они используют всего лишь часть. Опять-таки, трактор платит, комбайн платит. Да не нужно выезжать на тех, кто занимается, что-то делает. Понимаете, а мы их сегодня делаем виноватыми. Проблема в бесхозяйственности. Проблема в том, что мы сегодня допустили как раз вот разруху на дорогах. И при том все при этом платят. Андрей Алексеевич, спасибо. Давайте все-таки... Я закончу очень коротко. Давайте. Смотрите, но проблема в том, что... Эти законы, которые мы примем, начнут работать с 2016 года. Следующий законопроект, это платить нужно за грузы, которые мы перевозим. Этот законопроект в лучшем случае заработает с 1 января 2017 года. Поэтому у меня было 2 временных решения. Первое, это то, что вы видите, пилотный проект по Николаевской области. Для того, чтобы комплексно решить, и часть этой проблемы как раз является систематизация работы весовых комплексов. Не решим мы эту проблему, если мы поставим один комплекс на трассе, допустим, Николаев-Херсон, потому что будет объезд, будут убиваться другие дороги. Даже если мы поставим эти весовые комплексы по всем направлениям, решим этот вопрос, да фермер повезет в Южный, где, кстати, Николаев-Одесса, трасса нормальная, и там не разрушается, а у нас разрушается. Хочу вернуться к странице 5, 18 тонн ограничения. Поэтому это второе предложение, которое нам нужно решить, и при том решать нужно и Херсону, и Николаеву, и Одессе. Андрей Алексеевич, давайте все-таки сделаем паузу, потому что уже очень большой поток информации, много цифр, люди все равно теряются, а здесь все больше копится вопросов. Ярослав, секундочку. Ярослав, у нас тогда превратится это все в дискуссию 2 человек. Руслан Желтоножко, пожалуйста. Ну это все хорошо, у нас дорог общая численность по Николаевской области 4800, из них 1700 километров это государственного значения, 300 это местного бюджета. И уже, как мы знаем, децентрализация прошла, и мы, как депутаты областной рады, проголосовали. Все перешло на местные бюджеты. Все это хорошо. Но давайте вернемся в историю. В свое время в каждом районном центре стояли элеваторы. Помните, да? Которые была логистика, все работали элеваторы. Потом перегружалась в железнодорожные составы и перевозилась. Об этом никто сейчас не говорит. Никто не хочет развивать. Почему мы не поднимаем тему, что надо все-таки уменьшить тарифы на перевозку железной дороги? Не надо восстанавливать все элеваторы, которые есть в каждом районе. Мы об этом забыли, мы об этом не говорим. Хорошо, да, Нибулон пытается все-таки речной транспорт и завозить речным транспортом, строить свои суда, которые будут довозить. Это хорошо. Но надо еще эту тему поднимать. Давайте, дорог, подождите. Дорог у нас нет. И то, что будет в 2016-2017 году, это все хорошо. Но дороги сейчас разрушаются. Я езжу очень часто по области и как бы вижу дороги. Да, Жовтневый район, Снегиревское направление. За месяц дороги не стало. Ее не будет никто делать, денег нету. Мы как депутаты постоянно, там Блошенко приходит нам и говорит, вот то-то, то-то. Мы выделяем, перекидываем деньги. 4800, это очень много, никто дороги не сделает. И там все дороги надо делать уже. Капитально строить их заново, не ремонтировать. Ямочный ремонт, это уже все.
прошедшие. Спасибо, Руслан. Сейчас, пожалуйста, вам слово. Я единственное, что хочу сказать. Я как депутат, ну, гораздо меньшего уровня областного совета, так же, как мой коллега Руслан Желтоножко, знаем просто давно уже, много лет бытующую среди депутатов поговорку. Хочешь похоронить вопрос, создай комиссию. То есть я понимаю, что в принципе то, о чем вы говорите, это очень здорово звучит. Перспектива, 16-й год и так далее. Но в то же время почему-то говорим, да, нам нужны деньги на профилактику, то вот о чем у вас в вашей общей презентации указано. И эти деньги где-то надо брать. То есть профилактику необходимо ставить и начинать. Начинать с чего? Ну, наверное, поставить комплексы и начать какое-то ограничение. Нет, это еще не решение, давайте подождем, потому что, конечно, с одной стороны это правильно, а с другой еще не время. Так никогда время не будет. Пожалуйста, господа. Значит, по поводу элеваторов, которые находятся в районах. К примеру, Березнеговатский район, находится один элеватор, и он находится в самой дальней точке, он находится между Херсонской и Березнеговатским, Березнеговатский район Николаевской области и Херсонская область Великоалександровского района. Вот этот элеватор находится в одной точке. Близ, самые дальние села находятся на расстоянии 45 километров от этого элеватора. Элеватор старой мощности. Каким образом доставлять туда зерно? То есть элеваторы сегодня, это не есть решение этих вопросов. Потому что на элеваторы тоже зерно довозится автомобильным транспортом. Когда идет уборка, и многие сегодня фермера не обеспечены складскими помещениями, поэтому зерно забирается с полей. Сегодня одно единственное решение вопроса – это строительство новых, новых дорог, да, и своевременный ремонт этих дорог. Что касается качества, да, ну вот, например, я слушаю вот Ярослава, вот нам показали сюжет, я давно просил слова. Я эти два дня проехал по всему городу Николаеву, да, и пофотографировал дороги, где тоже таким же образом выдавлено, например, вот улица Садовая, все три полосы вот продавлено, да. Я, например, улица... Чуть подольше задержите, чтобы да, успевал... Да. Улица вот Большая Морская, да. Вот посмотрите, там не двигается грузовой автотранспорт. То есть так, значит, сейчас еще такие моменты, да. Вот я покажу, Саша, наверное, знает, да. Значит, вот Заводский РОВД, да, вот какие дороги, да. То есть это наши горожане, да, это... Ответ нашим политикам, да, вот я дальше показываю, Заводский райотдел, да. А теперь самое интересное место я хочу показать, там, где бывает каждый горожанин, да, и поэтому, когда каждая политическая партия хочет попиариться, что надо строить, так надо возьмите и сделайте. Центральный рынок, 100-метровка, пожалуйста, все прекрасно знают, и вокруг центрального рынка там убитые дороги, и там, поймите правильно, грузовой автотранспорт не двигается, да. Теперь еще один такой момент. Дорога в Лиски, да, вот, пожалуйста, смотрите, да, вот дорога в Лиски, то же самое, эти волны по всем трем полосам идут, да. Так, дальше, проспект Ленина, выезд со двора, да, выезд со двора, значит, вот выезд со двора, откроют выезд со двора мы имеем, да, значит, дальше, на Мыв показываем, да, я не ездил в Октябрьский, то есть там тоже можно было много, чтобы, вот кольцо, тоже волны, грузовой транспорт там вообще не двигается, да. А теперь я вот показываю, то есть очень интересная фотография, есть улица Наваринская, где был нормально более-менее сделан асфальт, и улица Большая Морская. Это к той дороге, что говорят, что с Пушкинской, с поворота на Чигрина пошли волны. Да, они действительно пошли, мы же не спорим, что они пошли. Вот улица Большая Морская, с поворот на Наваринскую, где транспорт, который заходит со стороны Варваровки, вот он заходит сюда, там нет никаких волн, да. Дальше, вот сама улица Наваринская, где двигается, тоже волн нет никаких. То есть это все зависит от качества дорог, да. Ну и самая такая интересная, вот есть у меня фотография, да. Вот, ну вот смотрите, вот даже что касается проспекта Ленина, улица Советская, центр города, где становится такси, легковой автотранспорт. Вот продавленное, да, вот то, что говорят, что продавливают грузовые машины, люки, да, это не только, да. Улица Шевченко, пожалуйста, это много лет, да. И еще такой вот один такой самый интересный вот момент я хотел показать. Значит, центральная налоговая инспекция. Вот, смотрите, да, это структура, которая собирает государственные деньги, да. То есть я покажу это но всем. Центральная да? налоговая инспекция не ремонтирует дороги. Не, ну я показываю, что около центральной. Это уважение наших властей к всем налогоплательщикам, частным предпринимателям,
Господа, я хочу сказать, что вот это мы только что вот просмотрели иллюстрированный мартиролог Николаевских дорог. Вот посмотрите, как они убиваются. Такое впечатление, что мы прошли по кладбищу и посмотрели на фотографии на могильных холмиках. Где двигается легковой транспорт, где не двигается грузовой. Я хочу спросить, вот объясните, пожалуйста, вы говорите плохо, дороги не ремонтируются. Андрей Алексеевич говорит, плохо, надо что-то делать, надо глобально подходить. Как только власть, которую вы ругаете, пытается начать собирать на это деньги, вы тут же просто кричите, нет, вы не имеете на это права. Николай Николаевич, пожалуйста. Что а то значит гости власть совсем... пытается собирать на это деньги? Чем? На комплексе этом? Ну, а как? Как? Вот смотрите, ребята, перевозчики предложили хорошую идею. Давайте мы поставим на этом весовом комплексе боксы, где водители будут оплачивать. Вы сами предлагаете его сделать местом сбора. А зачем мы... собирать на этом деньги? Объясните, пожалуйста. Значит, это самый простой вариант. Мы не хотим, чтобы вы давали деньги. Мы не хотим, это, пожалуйста, давайте. Это вы руку тянете уже с начала программы. Так, дайте я закончу. Николай Николаевич, хорошо, пожалуйста, потом. Не надо шуметь. Я сказал самый примитивный вариант. Вариантов и предложений очень много. Я согласен с Олегом, который сказал, что с 2008 года программа принята, никто ничего не делает, сейчас надо делать. Андрей Алексеевич хорошую идею сказал. Да, нужно пилотный проект в Николаевской области. Как сейчас в средствах массовой информации написали за пилотный проект в Одесской области, Черновецкой, Волынской и так далее. Мы точно так же предлагаем, вот депутат есть, есть общественность, которая предлагает интересные варианты. Но на эти варианты никто не реагирует. Год прошел с того момента, когда в прошлом году с таким скандалом, с этими весовыми комплексами, за год ни один депутат, кроме Андрея Алексеевича, этим вопросом не занимался. Вы помните, что те депутаты, которые были на весовых комплексах в прошлом году, сейчас эти депутаты в Верховном Совете в нынешнем созыве, что они за этот год предложили? Ни одного выступления с трибуны, ни одного проекта, ничего не сделано. Надо вот сейчас вот эти проекты, я считаю, проталкивать. Варианты по поводу финансирования. У нас транзитная область. У нас более 7 тысяч автомобилей других областей пересекает область. Поэтому в этот пилотный проект есть интересные предложения, где все, которые заезжают на нашу область, через на заправках, через автоматы, получают чек, вносят определенную сумму только на ремонт дорог. И вот этот фонд, который Андрей Алексеевич предлагает, должен собирать эти деньги и каждый день финансировать ремонт дорог. Мы слышали эти цифры, что в день по 2 миллиона гривен можно собирать. И если бы мы 2 миллиона или хотя бы миллион в день тратили на строительство новых дорог, то за 3 года мы ездили бы по нормальным дорогам. Автобан. А вот таким образом, как вы говорите, поставить комплекс в ручном режиме. Это то же самое сказать, ребята, возьмите назад Януковича, он исправился. Вы посмотрите, кто стоит на весовом комплексе. Это все те лица, которые брали взятки. Абсолютно, да. Пожалуйста, вы вот сначала программу подайте, что я сказать. Я очень внимательно слушал, в принципе, выступающие, которые сегодня говорили, в том числе и Янцева. Понимаете, со времен Руси, еще Пушкина, на Руси были две проблемы – дураки и дороги. Вы меня простите, но выступления некоторых здесь выступающих, и, ну, не только здесь, общественное мнение Николая, вот иногда слушаешь, у нас есть общественные деятели, общественные организации, иногда слушаешь их людей – и диву удаешься. Дорог у нас нет, но эти люди не поменялись. То есть у нас общественное мнение строится таким образом, что в прессе, на телевидении, в интернете читаем, что в плохой жизни на Украине и в плохих дорогах виноваты первые крестьяне, которые зажрались, которые уже не знают, куда бабки девать. Вторые перевозчики, которые очень нехорошие люди. А третьи трейдеры, которые наживаются на всех остальных. Понимаете, если мы будем так действовать и дальше, то действительно призывы там давить танками, сжечь машины, убивать людей, наверное, так и будет в нашей стране, если это кому-то выгодно. Ну, потому что мы и собираемся в этой студии, чтобы услышали позицию каждого из участников. Вот позиция каждого, я объясню. Я здесь как представитель не только перевозчиков. Я небольшой перевозчик, у меня несколько грузовиков. Я более фермер, который с 92-го года выращивает хлеб, пытается выжить, кормит свою семью, честно платит налоги в этом государстве. Поэтому мне искренне обидно и, наверное, немножко непонятно, почему наше государство действует на рынке зерна, смотрит на дороги с точки зрения слона в посудной лавке. Можно разбить зерновой рынок,
ну, обязать возить там 2 тонны или 5 тонн или 10-12 зерна. То есть зерновой рынок — это такая вещь, знаете, как молочное животноводство, тоже виноградарство. Уничтожить очень просто. Можно вырезать виноградники, вырезать коров, сделать так, что крестьянину в Виннице, в Хмельницке просто не будет смысла выращивать хлеб. Потому что при себестоимости 2200-2300 гривен заплатить за перевозку зерна 1000 гривен, он просто станет банкротом. Прежде чем делать такие законы, прежде чем выставлять эти, в таком виде весовые комплексы, государство должно было бы позаботиться о том, чтобы частный бизнес построил перевалочные пункты, то есть те же элеваторы на железной дороге, те же элеваторы, которые имели бы выход на речной транспорт, морской. Я не знаю, я не специалист в этом, я не могу судить. Но так как сейчас, вот просто мы выставляем весовой комплекс, и все будет порядок. Да не будет порядка. Почему весовые комплексы выставляются возле города Николаева? Почему не вы... А почему не выставляются почему возле не города Днепропетровска или почему Херсона? Почему не выставляются они на въезде в область? Они ставятся на въезде в Днепропетровскую область. То, что в Днепропетровской области платится по 200 гривен водителям, это мы уже знаем. Но поймите, если мы бережем свои дороги, весовой комплекс должен стоять перед въездом в область. Мы, знаете, перевозчики и крестьяне, в принципе, такие люди, которые, наверное, кроме нас, ну, мы самые заинтересованные люди, чтобы у нас были хорошие дороги. Не нужно говорить, что мы хотим их все разрушить. Нам нужны хорошие дороги. Но мы также понимаем, что в стране каждая третья гривна – это гривна, которая получается с земли. Если мы сейчас будем действовать, как в начале 30-х годов прошлого века действовали НКВДисты, да, мы объявим крестьян и трейдерам врагами народа, мы уничтожим этот бизнес, но что будет вместо него? Где мы возьмем зерно? Можно, конечно, долго говорить о том, что в каждом селе должна быть мельница, каждое село должно выпекать там пончики или круассаны. Не вопрос, но кто этим будет заниматься? Человек, который предлагал это здесь, нет, он этим не займется. Частный бизнес, нет, если он не будет зарабатывать на этом деньги. Рынок должен регулировать эти вопросы. Мы за хорошие дороги. Но знаете, когда общественники Николаева, я опять вернусь к этому вопросу, меня иногда удивляет, почему общественность Николаева не контролирует качество и количество продаваемого топлива на заправках? Ведь все присутствующие здесь знают, что на заправках Николаева, вот, ну, по разным сведениям, от 20 до 40% это фальсификат. И общественность этот вопрос вообще не волнует. А что такое фальсификат? С него не уплачиваются налоги. Вот вы будете сильно смеяться. Мы снимали несколько рейдов общественников по вот этим вот самым точкам. И там говорили... А что общественники занимаются нашим бензином? Вы идите лучше дороги контролируйте. Так что, знаете, давайте мы не будем рассказывать общественникам, что они должны делать. То есть ты не смотри в эту сторону, ты смотри туда, там больше происходит. Очень, очень удобный так это подход. В любом вопросе, так. Александр, ты не, пожалуйста. Ты не будками занимаешься, ты занимаешься. Давайте заканчивайте, Александр. Я закончу. Я, знаете, насчет фальсификата, я наведу такой пример. Как только налоговая милиция Николаевской области пришла с проверкой на предприятии некого гражданина Водоевского, который я, у меня есть информация, есть документы, которые подтверждают, что этот человек занимается фальсификатом. На следующий же день в средствах массовой информации по городу Николаеву области тут же разнеслась новость. Обижают честного предпринимателя. О, требуют взятку. Почему общественное мнение не помогает наводить порядок? Общественники, знаете, в моем понимании, я вот смотрю на некоторых общественников, да глубоко проплаченные люди, которым... В принципе, без разницы, что будет с бизнесом, что будет с областью. И когда люди говорят, давайте, знаете, вынесем порты из города Николаева куда-то. Ну, каналы мы уже копали там разные, куда-то. Нужно думать, как сохранить бизнес. Ведь крестьянин, я опять вернусь, то, что ближе мне. Мы покупаем топливо, покупаем запчасти, удобрения, семена. Все по мировым ценам. Цена на зерно упала в мире, упала и у нас. Если нас обязать еще платить, кроме тех проблем, которым уже нам создает правительство, это, ну, пример с НДСом, который в июле месяце взяли с нас и до сих пор не возвращают. Неизвестно, куда взяли и как взяли. Если на нас еще навалить стоимость перевозки зерна, которую предлагают некоторые здесь люди, зерновой рынок станет. Просто зерно не посеют. Если цель всех этих махинаций с этими весами просто угробить зерновой рынок, нет проблем. Если цель, чтобы все работало, нужно собираться, беседовать, как мы сейчас в студии. То есть вместо того, чтобы начать решать проблемы, давайте соберемся еще раз побеседуем. Я вас правильно понял? Мы предлагаем решать. Мы плохие, да. Нет. Давайте, ребята, Ярослав, я вас прошу, одна реплика. Все-таки вкладываться полторы-две минуты на выступление, иначе у нас вот будет два выступления на всю передачу и все. Одна реплика. Пожалуйста. Вы говорите, нужно собраться очередной раз. А вы знаете, сколько раз собирались и собирали только общественников, тех, которые за установку комплексов? Не предлагали прийти туда перевозчикам, зернотрейдерам и так далее. Потому что те люди, которые... В этом бизнесе они предлагают реальные варианты. Их никто не слушает.
посидели, поговорили, покричали и говорят, что бы вы ни говорили, комплекс весовой завтра будет стоять. Подождите. Это что, решение вот вопроса? Вот я не могу понять. Стоят комплексы, вы говорите нормально, на въезде в Днепропетровскую область. Стоят комплексы на въезде в Херсонскую область. Там вопрос уже, там берутся деньги, не берутся слева. Это уже вопрос контроля. Но комплекс как таковой вопросов не вызывает, что он нужен. И вы сами говорите, нужен. Пускай он будет, только не у нас. Пускай будет в автоматическом режиме. Так про автоматический режим сказал Романчук. 100%. А как он выставил? Ярослав, все водители большегрузовых автомобилей 100% должны проходить через комплексы. А не выборочно. Вы говорите, давайте сделаем пилотный проект. То, что поставили, было пилотным проектом. И вы сбунтовались, и вы начали рассказывать, я на Майдан ездил, я армии помогал, пилоты, да, достаточно было комментариев. Я слышал такое тоже, там кто-то кричал, за что стоял на Майдан. Нет, просто я к чему говорю, аргументация приводится совершенно, Олег, привет, пожалуйста. Саша, а при чем Майдан? И вы хотели, да, сейчас вам слово дам. Мы зараз с вами дуже багато говоримо про все, а елементарно, якщо ми візьмемо тих 59 кілометрів доріг, по яких сьогодні може ходити важкий транспорт, то ми просто побачимо з вами, що там технологія не порушувалася. Якщо сьогодні робити нормальні дороги, якщо не порушувати технологію, ви подивіться, у нас по люкам не можна їздити. Ви розумієте, що кожен люк для того, щоб зробити, це необхідно зробити окрему армовану сітку, треба нормально залити це бетоном. Розумієте, тобто люки, по ним треба їздити. Ми маємо по ним їздити. Ми сьогодні боїмося на люк наїхати. Ми сьогодні боїмося їхати по дорозі з якоюсь трохи більшою швидкістю, тому що ця дорога, коли робилася, там не було витримана, не була технологія. Якби технологію ми дотримувалися, розумієте, то було б все нормально. А сьогодні кажуть, що там от общественники, ви погані. То общественники сьогодні мають контролювати виробництво доріг. Нам за це ніхто не платить, що ми виходимо, дивимося, як роблять ці дороги. Ніхто нам не заплатить за те, що ми виходимо, дивимося, як роблять люки. Розумієте? Справа зовсім в іншому. Справа в тому, що ми розучилися ставити двійки за роботу. Ми розучилися якимось чином, скажімо так, правильно заохотити людину. Чому ми сьогодні, наприклад, не поставимо банер з фотографією і з домашньою адресою людини, яка робила цей проміжок дороги? Не, давайте опять займемся. Це дослідницька реклама. Ярослав, подождите. Люди, которые за всю программу практически ни разу не высказались. Пожалуйста, говорите. Вот вы говорите, да, почему мы не выставим фотографию того человека, который делает дорогу. У нас в стране показывают коррупционеров, показывают того, показывают, кто собирал деньги при тех, при этих. У нас кого-то посадили? У нас некую... Это вопрос не решит никак. Вопрос не решит. Что мы предлагаем? Да, то есть дорог... Будут стоять весовые комплексы? Не будут. Оно поедет на элеваторы, поедет еще куда-то. Дороги начнут все равно разрушаться. Проблема в чем? Проблема в том, что деньги сейчас никто не выделяет на дороги. То есть, что мы предлагаем? Давайте возьмем сегодня конкретно направление. Да? Есть дорога Кировград-Николаев. По ней уже ездить невозможно. Уже весь автотранспорт поехал через Еланец. Уже через Еланец дороги нету. Сейчас поеду через Братское, через остальные, разобьют все местные дороги. Да? То есть, если не сделать основное направление, этот Кировоград, Николаев, либо Кривой Рог, Николаев, они сейчас разобьют все вот эти вот 3000 дорог, 3000 километров дорог, за которые говорит Андрей Алексеевич. То есть вопрос, и то же самое поставим и весовой комплекс, что он изменит? Вот как сказал Блошенко, он будет стоять, ну, чтобы мы понимали. Да они 5 лет стояли и собирали по 200 гривен, они что не знают, какое количество автотранспорта проезжает. Я думаю, что все знают. В день собиралось от миллиона, от 500 тысяч до 1,5 миллиона в день этих денег собиралось. Что мы предлагаем? Давайте сейчас, мы же понимаем, что законы быстро не напишутся, да? То есть завтра не будет закона, как Ярослав говорит, вот мы там собирались тогда, вопросы не решаются. Давайте сейчас. Хотя бы начнем, вот есть пилотный проект Кировоград-Николаев. Давайте, я сегодня написал Роману Хмелю с министерства, он просит, вносит новое предложение, что по местным дорогам теперь будет вообще 24 тонны ездить.
Что мы предлагаем? 24 без веса машины? Брута, да. То есть он хочет изменить правила... Это на ось или всего? Всего. 26 всего. То есть правила дорожного движения, он хочет сделать изменения, и будет всего 24 тонны брута. То есть если тара, вы слышали, 24 тонны... Зачем? Мы же не об этом говорим. И вот мы говорим, что не об этом. То есть все равно дороги не появятся. Будет весовой контроль, будут одни весы стоять. Весь город мы обложим весами. Что от этого изменится? Нужно, мы все к этому пришли, что нужно строить дороги. Вот единственное, что мы сейчас предлагаем уже на протяжении, даже прошлый год, этот год, давайте поставим айбоксы и будем платить 200 гривен. Чтобы вы понимали, в год это даст ход. До 600 миллионов гривен. Чтобы вы понимали, капитальный ремонт дороги на сегодняшний день 8-метровый стоит 6 миллионов гривен. Николай Романчук, сейчас я вижу, Ярослав, Николай Романчук, в принципе, уже предложил вариант с автоматической оплаты. Вас он почему-то не устраивает. Нет, не было такого. Мы сюжет показывали. Не было такого. Ну как не было? Слушайте, откуда мы взяли? Это что, постановочные кадры, что ли? Это слова. Романчук это слова. То, что мы находим, то, что мы с прошлого года это предлагаем. Хорошо, я еще раз, я не закончил. Вот. Я к чему говорю, что есть некая готовность, по крайней мере декларируемая готовность власти прислушаться вот к вашей идее автоматизации проплат, чтобы исключить взятки. Ну, возможно, та форма, которую он предлагает, не очень устраивает, но зато вот вы предлагаете iBox, чеком проехал, будет там стоять контроль какой-то, показал чек, проехал, деньги собрали, нормально, счет можно контролировать. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот это предложение, я же видел, там стычки были, в общем-то, там была масса людей, в том числе и представители перевозчиков. Это предложение звучало? Если звучало, как на него ответили? Если не звучало, то почему? И может быть оно звучит сейчас, и на него ответят. Пожалуйста. Можно я скажу это? Значит, мы это неоднократно повторяли, да, но что говорит нам? Это коррупция. То есть то, что говорит Андрей Алексеевич, это должно работать в законодательном поле. То есть должно... Написал Андрей Алексеевич... Подождите. Те, получается, автоматизированные весовые, это не коррупция, а айбоксы коррупция. Я не понимаю разницы. Нет, вы не поняли. Значит, ситуация заключается в следующем. Значит, то, что перевозчики предлагают больше года, значит, мы предлагаем сделать плату за дороги. То есть я просто буду оперировать цифрами. Если мы можем в год собирать 600 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области... Ну, я понимаю, для этого нет законодательной основы, чтобы платить за проезд по дорогам. Подождите, это вопрос к властям и к народным депутатам. Так вот, я просто цифры, те, которые... Если у нас последние там, 3 года вообще дороги никакие не делались, а мы в год дополнительных средств, кроме акцизов, можем дать 600 миллионов гривен, а бюджет сегодня заявляет, что дорогу построить на... Николаев-Казанка стоит 1 миллиард 300 миллионов, то даже по их схеме мы можем построить за 2 года новую дорогу. Но, кроме того, сегодня есть дороги более лучшего качества, то, что мы обсуждали с Андреем Алексеевичем, 8 метров ширина дороги стоит 6 миллионов гривен, по этой дороге можно хоть 100 тонн возить. Да? Что нам это сегодня даст? Это сегодня фактически мы будем идти в ногу со временем, так? И мы построим качественную дорогу. Это будет подрядчик. Хорошо. Не Укравтодор. Не, подождите. Сегодня Укравтодор... Я хочу задать вопрос, который просится сейчас вот к народному депутату, потому что никто, кроме вас, Андрей Алексеевич, не ответит. Вот идея с айбоксами. Ну, вроде бы продуктивная. С другой стороны, под это нету законодательной основы. Скажите, пожалуйста, что с этим делать, если закон это к вам? Хорошо. Еще раз. Я хочу вернуться к двум законодательным инициативам, которые, я уверен, мы примем в ближайшее время. Первое. Дорожный фонд, который начнет работать с 1 января, если мы примем, с 1 января 2016 года. Второе. Взимание денег, вот мы говорим автоматически, то есть это, грубо говоря, будет такая вот, мостик такой, который машина будет проезжать в движении и не будет никакого влияния инспектора. Взвешивание будет без остановки. Будет отлично. Идти, смотрите, я бы тут не вникал сейчас... Точно, это информация. Дело в том, что такой вот комплекс стоит порядка 800 тысяч долларов, который финансирует Световой банк. Это все это уже давно стоят, все это точно, да? Поэтому не хочу сейчас говорить об этом. Этот закон об оплате за вес может вступить только в 2017 году с 1 января. Почему? Потому что Министерство инфраструктуры, вот понадобится год. Смотрите, мы полгода разрабатывали этот пилотный проект. Почему мы его сегодня, вот Ярослав говорит, уже полгода разговаривает, да, то есть критика. На самом деле я не могу его сегодня запустить по одной причине. Вот смотрите, вот в принципе, что такое, вот мы говорим сегодня о сборе денег. Сегодня готово
морские порты платить. Почему? Потому что будет суперсовременный причал, не будет дороги, морпорт будет стоять. Понятно. Залізниця. Вот я был удивлен в том, что украинская залізниця тоже готова платить. Почему? Потому что они сегодня теряют грузопотоки. До них же должны довести, правильно? Правильно, потому что это конкуренты, по большому счету. Они заинтересованы в том, чтобы был наведен порядок. Мы за. Третье. Перевозчики готовы платить, аграрии готовы платить. Не буду объяснять, почему. С другой стороны, почему мы не можем сегодня заплатить? Потому что, оказывается, юридической базы поставить веса нет. Вот это то, что тормозит сегодня. Слушайте, когда... вы закон о выборах, который вызывает жуткую критику, приняли на коленке. А тут вы говорите, что до 2017 года вы не сможете заставить платить за перегруз. Вот объясните мне, пожалуйста, где вот логика? Нет, подождите. Дело в том, что год нужно Министерству инфраструктуры для того, чтобы установить систему, убрать человеческий фактор. Это не просто вот выставить. Вот очень просто то, что мы сейчас делаем. Какая-то группа людей заинтересована неофициально, нелегально, без юридической базы поставить эти весы и говорить, мы хотим сохранить дороги. Да это просто бизнес-проект. Вот вы сейчас хотите смотрите, сказать, что Николай Павлович Романчук, да, который ставит, пытается как-то упорядочить движение по нашим дорогам и ставит комплексы, хотя бы для того, чтобы понять вообще, что у нас происходит, пытается, вот является тем самым человеком, который хочет положить деньги себе в карман? Я это не говорю. Дело в том, что... Какая-то группа людей, давайте вот тыкать пальцами, называть группа людей, имена, которых, может быть, используют, которые просто подчиняются. Сегодня закон, который не разрешает взимать деньги. Поэтому они сегодня... Какой вот закон, скажите, пожалуйста. На каком основании вы будете взыскивать деньги сегодня по весовым? Сегодня весовой комплекс говорит, либо можно, либо нельзя. А на каком сегодня... комплексе взыскиваются деньги в Днепропетровске? Николай Николаевич, пожалуйста. Поэтому я, давайте я вот... Я вот доскажу просто вот саму идею. Я вот несколько месяцев прошу Министерства инфраструктуры, помогите мне юридически взыскивать деньги. Сегодня все готовы платить, но... Сегодня говорят, это будет коррупция, вот нам нельзя, вот мы не можем, вот нам нужно только ограничить. Мы начали передачу с ограничения 18 тонн, то есть мы останавливаем полностью. Понимаете, мы сегодня говорим, давайте мы, вот знаете, вот как была очередь раньше, вот мы выстраиваем очередь, теперь ставим полицейского, который будет выстраивать эту очередь. Потом будет возникать коррупция, мы ставим второго полицейского, который будет контролировать первого, чтобы тот не брал взятки. Вот что мы решаем. Вместо того, чтобы решить проблему на корню займет время. Вот полгода, год, но тогда мы решим. Сейчас это все это незаконно, сейчас это бизнес-проекты. Ребята, вникните в юридическую базу, не пользуйтесь, вами манипулируют сегодня. Нельзя так решать. Да насколько? Не надо говорить, что нами манипулируют. Но я говорю, не надо ехать, не надо убивать. Давай, мы не просим у вас денег. Ну всех же я не могу одновременно услышать. Николай Николаевич, пожалуйста, сейчас Ярослав скажет. Да, пожалуйста. Потому что кто-то действительно хочет там... Я прошу прощения. Одну минуту. От того, что кто-то хочет действительно там на этом иметь деньги, мы не говорим, что это не так. Мы с вами согласны. Но мы говорим о том, что денег не нужно никаких. И мы не согласны при этом. Вот эти вот давайте, вы тут между собой перекидываетесь. Я хочу сказать перевозчикам, мы не согласны. Каждый хочет сказать, давайте говорить по очереди. Либо вы слушаете меня, мы не согласны с тем, что вам говорят, что вы должны пожалуйста. Я хочу уточнить несколько нюансов. Вот смотрите, в прошлом году, когда стал вопрос по поводу этих комплексов, почему вы думаете, их сняли? Вот не просто под давлением общественности. Скажу, потому что работа этих комплексов регламентируется постановой 879 и техничным регламентом. Так вот, смотрите, вот техничный регламент у меня, на котором написано «Втраты в чинность 28.02.14 року, згідно наказам Минфраструктуры МВС и МВС від 10.12.13 года». Стоп! Так вот, вот это втраты в чинность, но нового техничного регламента нету. Поэтому в
прошлом году, когда возникла проблема с этими комплексами, было возбуждено уголовное дело по незаконному установлению этого комплекса. За год изменений в законодательной базе не произошло. Поэтому вот то, что мы видели в сюжете, почему их сняли два раза? Потому что власть понимает, и все юристы понимают, что они отменены, эти техничные регламенты, поэтому комплекс сняли. После того, как была вызвана опергруппа с Новоодесского райотдела, было написано заявление по поводу того, что комплекс установлен незаконно. И все юристы и все силовики понимают, что это действительно так, поэтому комплексы свернули. Потому что возбуждено опять очередное уголовное дело. Сейчас, секундочку, Андрей Алексеевич, вот вопрос Ярослава. Сейчас вызывали наряд с Новоодессы. Он составил открытое уголовное дело? Да. Скажите, да? Ну, вы серьезно говорите? Ну, юристы занимаются этим. То есть, вот. Дело открыто. Ярослав, комплекс был незаконен. Написано заявление. Ярослав, так, заявление это одно. Ярослав, я вам хочу уточнить. Значит, я говорю о том, что... Ярослав, уже нет такой ситуации. Послушайте, ну вы же перебиваете друг друга, не слышно никого из вас. Говорите по очереди, пожалуйста. Ярослав. Я хочу сказать о том, что да, действительно, такие документы приостанавливались. Согласно объяснению Министерства инфраструктуры, я этими документами не управляю. Я нахожусь в стороне от этого процесса. Согласно того, что объясняли, по крайней мере, Роман Хмель, департамент из Министерства инфраструктуры, этим распоряжением Мининфраструктуры был установлен один документ и вместо него введен новый. Не было, однако, с вашей стороны всегда звучит о том, что было отменено и незаконно. Нигде нет этого документа. Я попрошу... Хорошо, пожалуйста, сейчас прокомментирует Андрей по поводу документов. Секунду, пожалуйста, Андрей Алексеевич, смотрите, вы выскажите сейчас. На самом деле, я разговаривал тоже и с Романом Хмелем, и он со мной согласен в том, что юридической базы нет. Но вы поговорили, я поговорил. Вот смотрите, что я сделал. Я направил запрос в две инстанции председателю Государственной регуляторной службы Украины Ляпиной и министру юстиции Украины Петренко, депутатский запрос. Я это выставил на Фейсбуке. Когда я получу ответ, я его тоже выставлю. И вы посмотрите. На самом деле ирония заключается в том, что я не могу запустить пилотный проект, который сможет решить этот вопрос в комплексе. Почему? Потому что поставить весовой комплекс невозможно юридически, легально. А вы убеждаете в том, что это можно и нужно. Так давайте тогда. Почему Роман Хмель не может поддержать этот пилотный проект? Потому что официально он не может. А так вот, через какие-то вот общественников или вот через какие-то силы, это все это проталкивается. Нету юридической базы. Задайте ему вопрос, почему он против этого пилотного проекта? Почему он не может его запустить? Почему он не может поддержать? Андрей Алексеевич, я вот сейчас вам дам слово сюда, вот, но я хочу просто, вот, чтобы зрителям было понятно. Министерство, любое, кабинет министров, любое министерство отдельно, это вот как вот на нашем уровне исполком. То есть это те люди, которых мы, ну мы депутаты или вы депутаты, да, наняли для того, чтобы они выполняли ту работу, которую вы им поручаете. И если они эту работу не выполняют, то вы их можете заслушать, наказать, снять и так далее. И у вас есть право этого самого пресловутого Романа Хмеля пригласить в Верховную Раду и спросить, а ну-ка объясни, за что мы тебе деньги платим? Правильно. А вы говорите, я не могу ничего сделать, потому что мне мой подчиненный мешает. Вот объясните, где логика? Секундочку, сейчас вот я дам слово, потому что тут на меня сейчас обижаться начнут. Что пожалуйста. Касается законодательной базы и касается возбуждено дело или не возбуждено, так вот по каждому заявлению, которое направляется следователю, в течение суток он должен внести в ЕРД, то есть единый держава, то есть они обязаны возбудить уголовное дело и проверять. Там достаточно фактов для того, чтобы возбудить уголовное дело. Если есть Ярослав, подожди, если уголовное дело не возбуждено, то мы через суд вправе заставить райотдел возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности. А теперь, что касается, я вам дам ответ на ваш вопрос. Значит, 6 июля господин Костенко с Укрстанцинспекции, значит, встречался с общественниками, присутствующий был там Кобода. Так вот он четко говорит, значит, по-перше, немає чинної законодавчої бази для установки вагів. Ранее існував певний регламент, затверджений Кабінетом міністрів. Це про те, що говорив Андрій Олексійович, і про те, що говорив Ніколай Ніколаєвич. 2 июля господин Блашенко, он очень удивлен был, где мы нашли эти статьи в газете, «Рідне Прибужжя». Так вот здесь вот то же самое он говорит, что у нас нема законодавчої бази устанавливать эти ваговые комплексы. И тут у нас в конце
18 августа резко появляются какие-то законные основания ставить весовой комплекс. Мало того, весовой комплекс, Саша Янсен правильно говорит, весовой комплекс Днепропетровской области стоит на границе областей. А наши все три весовые комплекса планировались поставить вокруг Николаевской области. Не надо объяснять. Вокруг Николаева. То есть получается, до Николаева убивайте дорогу и куча элеваторов. Зачем это делается? Чтобы ближе деньги было домой возить. Мы попросили сохранить дороги в городе. Мы потребовали их поставить, чтобы сохранить те больше 100 миллионов, которые в Бухаресте. Не через полтора года, которые положат, а уже сегодня лежат и убиваются сегодня. Мы попросили, закройте нам город от этого. Мы просили. Это популизм все. Вот давайте, вот не популизм. Вот, слава богу, среди нас есть народный депутат. Высшая инстанция, ну разве что президент, да, и премьер-министр. Так, подожди, давайте не будем клеить ярлыки. Андрей Алексеевич, вот вопрос законодательного обеспечения ситуации, это к вам. Объясните, пожалуйста, вот вы как бы достаточно спокойно говорите, ну в 16 году что-нибудь начнем, в 17 может быть запустим. То есть, ну вот если, я не знаю, вот я руководитель предприятия, да, в данном случае облтелерадио, если мой подчиненный там с 2-3 раз что-то не делает, то у меня вопрос, либо ему что-то мешает, я должен устранить это препятствие, либо уволить его, потому что это саботаж. У вас подчиненные сотрудники Кабмина. Почему вы говорите, они мне мешают? Вот в чем проблема? Объясните, может быть, просто ну, людям непонятно, а есть какие-то сложные такие механизмы, так объясните, давайте мы не будем, вот не будет Янсен называть вас дармоедами. Пожалуйста, Андрей Алексеевич. Хорошо, в чем мешает? Сегодня нету юридической базы, как раз сегодня мы и вносим. Смотрите, даже без разницы, если мы этот законопроект примем в мае месяце, либо в сентябре, либо в декабре. Почему? Потому что изменения будут вноситься только в бюджет, который будет приниматься в декабре месяце и начнет работать в январе. Распределение денег. Этот закон просто распределяет движение денег и контролирует. И он вступит в силу, первая законодательная инициатива, с 1 января 2016 года. Это через 3-4 месяца. Что мы начнем делать? Мы сможем собирать деньги, которые мы сможем целевым образом направлять на ремонт и строительство дорог. Это раз. Второе, мы говорим, это следующая законодательная инициатива, которая физически просто не сможет быть воплощена в жизнь не раньше 2017 года, потому что нужно оборудовать все эти участки, нужно купить, нужно получить финансирование, нужно их поставить, нужно юридическую базу, сделать так, чтобы оно все это работало. И на это Министерство инфраструктуры нужен год. И это, поверьте, мы полгода разрабатывали этот законопроект, время очень быстро летит, год-два, да, так делается, но с другой стороны, если бы мы разрабатывали законы, которые бы вступали там через неделю, то это, представляете, что мы могли бы сделать, но такая вот процедура. Евгений, пожалуйста. Да, наконец-то дали слово. Так, много уже всего было сказано, давайте, наверное, по порядку, по поводу, сколько там у нас дорог хороших и плохих? 59 километров. 59 километров и 3700 таких, так себе, да? Ну, 3500, 18 тонн и 1100. Значит, что мы имеем? Мы сейчас, у нас есть процесс уничтожения, очень-очень активный. И вот Андрей правильно говорит, мы не решим эту проблему. Да, по 100% мы ее не решим. То есть у нас есть процесс уничтожения, который уничтожит то, что у нас есть при нынешних темпах перевозок. Оно уничтожит меньше, чем за год. Если ничего не сделать. То есть позиция такая, что горит хата, гори сарай. За год уничтожим все. Будет вот как на Кировоград, везде будет. Если вводим весы, то уничтожим, но за 3 года. Что мы выбираем? Уничтожать за год или уничтожать за 3 года? Это первое. Теперь по поводу оплаты вот этих вот айбоксов и всего остального. У нас есть регламент, который взимает штраф по поводу перегруза и всего остального. Вы видели цифры. Там не 200 гривен, как предлагают ребята. 200 гривен это как бы это утопия, ну это... Вы покупаете за 200 гривен, вы, грубо говоря, вы 200 гривен платите ментам в Херсоне на весовой, а так вы 200 гривен платите в фонд. Да, конечно, это здраво, но мы не хотим давать взятку 200 гривен, мы хотим заплатить это в какой-то фонд. Но на минутку, это стоит не 200 гривен, это стоит 700 евро. Да, с позиции того, что у нас, мы и так ничего не имеем, у нас на безрыбье и рак рыба, да, ну за это предложение спасибо.
давайте тогда поставим MyBox в обл. ГАИ, я приду, заплачу 200 гривен, куплю себе такой билетик, корешок, и буду ездить пьяным, буду ездить 150 по городу, парковаться где хочу. Ну так тоже можно. С позиции конструктива, да, это маленький шаг к конструктиву, согласен. То есть за это предложение спасибо. Я, ну, то есть мы готовы его рассмотреть. Я не говорю, что оно идеальное, да, не говорю, что оно хорошее, но оно есть, это уже хорошо. Я просто с ним не очень согласен. Я не понимаю, к чему оно нас приведет. По поводу того, что вот есть дороги, которые будут выдерживать, как Толя сказал, 100 тонн. Толя, ни один подрядчик тебе не даст гарантию на дорогу, если ты по ней будешь кататься с 100-тонниками. Ни один подрядчик. И Мировой банк, который будет финансировать ваш пилотный проект, который не будет напрямую с вами сотрудничать, потому что они будут сотрудничать только с Финик Инжиниринг, как промежуточной компанией между инвестором и подрядчиками. И если люди, которые придут и посмотрят на этот зоопарк беззакония и ну, вообще полного хаоса на дорогах, они не будут вкладывать в это деньги. Вообще ни один здравый инвестор сюда не придет, видя то, что сейчас происходит. Я не хочу задушить бизнес. Я не хочу, чтобы там, опять же, там в эти 18 тонн звучали. Да хотя бы 40 выдерживайте. Проблема не в оплате, проблема не в этих весовых, проблема даже не в коррупции. Проблема в том, что ребятам сейчас, если им сказать, что вы должны возить по ПДД, а ПДД никто не отменял. И вот даже было попустительство 2 тонны в осенью прошлого года, было 38, сделали 40. Не имея на это даже никаких, что, дорог больше сделали, первой категории или второй, по которой. Они и так уничтожаются, они и так пошли, их, это наоборот ужесточать нужно. Нет. Спасибо, Евгений. Уважаемые эксперты, я понимаю, что всем хочется высказаться. Давайте все-таки вот как-то вот, чтобы нормально, да, вот по 2 минуты сейчас выступают гости, потом вы опять подключаетесь, чтобы вы не считали, что я вам не даю слово, а гости не нервничали из-за того, что они понимают, что вот сейчас у них это слово заберут. Андрей Алексеевич, потом каждый по 2 минуты, пожалуйста. Еще раз, я хочу обратить внимание на то, что вы предлагаете остановить разрушение дорог. Мы останавливаем разрушение дорог, если мы полностью останавливаем движение грузового транспорта. Почему? Потому что у нас есть ограничение 18 тонн. Это не будет работать. Второе, это запрет полный. Вы предлагаете запретить. Второй миф. Да. То есть вы предлагаете остановить разрушение дорог. Мы предлагаем начинать строить новые дороги, которые будут выполнять требования, экономические требования, которые у нас сегодня стоят перед страной, сделать нашу продукцию более конкурентно. Я вам наведу пример. Вы говорите, не будет такого подрядчика. Два факта. Первое. Смотрите, все эти машины, ну не все, там частично, заезжают на Небулон. Кто-то показал фотографию плохой дороги на Небулоне? На терминале? Нет. Почему? Потому что построена была дорога в 2002 году нормально. И она выдерживает все эти нагрузки. Ни одного ремонта этой дороги не было. То есть мы говорим о технологиях. Потому что Небулон строил для себя эту дорогу. Второе. Сегодня, ну там на прошлой неделе я как раз разговаривал с одним подрядчиком, который строит дорогу Ивано-Франковск-Львов. Он полгода пытался решить этот вопрос. Он говорит, у вас конфликт. Говорит, бери фуру 90 тонн, катайся по моей дороге. Говорит, ты сделаешь рекламу этой дороги. У него стоит километр 6,5 миллиона гривен, 8 метров шириной. Говорит, это будет классная реклама, говорит, для моей строительной компании. Я буду гарантировать. Он долго на рынке уже находится? Ну, сколько? Достаточно. 5, 10. Понимаете, это те люди, которые дают гарантию. Понимаете, это все, это лапша, то, что не будет работать. Давайте, я вам говорю, 10 лет, 12 лет, дорога на Небулоне. Я не говорю, что нельзя построить. Можно, можно построить. Вы согласны с... полосу можно построить. Вопрос, сколько это будет стоить. Возле Небулона это выгодно, потому что там... Почему тогда Небулону это выгодно, а государство не выгодно? Потому что возле Небулона круглые сутки едут фуры. Круглые сутки. Хорошо. Так вы видели сегодня фотографии. Смотрите, какая разница. Смотрите, 6,5 миллионов, 8 миллионов гривен. Смотрите, это бред то, что вы опять вот говорите относительно стоимости. У нас 18 карьеров в Николаевской области. Человек, который руководит этим, говорит, я сам мучаюсь по этим дорогам. Я готов тебе отдать этот щебень
Для того, чтобы вы построили наконец-то нормальные дороги, чтобы и мой бизнес работал. У нас цементный завод, у нас есть технологии. А нет, нам нужно запретить, зажать, ограничить. Да вопрос подушки, все это считается, все это рассчитывается. Вы предлагаете ограничить 18 тонн. Господа, и вы говорите против того, чтобы сделать нашу экономику конкурентной. Нет, давайте мы ограничим, давайте мы запретим. Хватит быть рабами и хватит, нужно начинать думать. Поймайте, очень легко запретить. Ни один вопрос в Украине не был решен путем запрета. Что вы предлагаете? Вы предлагаете запретить. Мы предлагаем начинать собирать деньги и начинать строить дороги по новым технологиям. Вы же все кричите о запрете только. Почему? Потому что только детские аргументы. Я вам привел, 18 тонн остановит полностью всю экономику. Вы говорите, мы хотим спасти дороги. Это бред. Извините, это бред. Нужно решать новыми технологиями. Вы хотите считать на счетах и говорить, это будет развивать мозги. Мы уже давно это прошли. Нам нужно брать новое, то, что уже разработано, и внедрять, а не запрещать и ломать. Не пройдет. Люди будут выходить, и вы будете позориться. Вы будете потом отвечать, и вам будет стыдно за то, что вы не думаете, и вы просто вас используют. Как общественников. Николай, пожалуйста, давайте новую технологию, становитесь рядом. Поверьте, Ярослав, я готов идти на разговор. И поверьте, у вас эта бумага на руках, потому что я был инициатором включить вас в рабочую группу. Давайте подходите, но не будьте вот зациклены. Андрей Алексеевич, давайте все-таки помнить об моей просьбе уложиться с вашими выступлениями в 2 минуты. Спасибо. Иначе нам просто не хватит времени для всех. Спасибо вам, Андрей Алексеевич. Николай Николаевич, потом Александр, пожалуйста. Да, значит, потом вы. Мы, конечно, все за то, чтобы у нас были идеальные дороги. И надо использовать все новые технологии и смотреть в будущее. Если мы будем запрещать, то мы будем ездить на велосипедах, тоже, которые будут разрушать дорогу. Потому что останутся одни КАМАЗы, которые экологически вред наносят большой. Для того, чтобы построить дороги, нужно какое-то время, чтобы этот пилотный проект прошел регистрацию, для того, чтобы фонд, который вот предлагается создать, собирал, аккумулировал средства. За этот период, чтобы дороги не разрушались, просто на уровне областного совета, вот депутаты, пускай они этот вопрос рассмотрят и примут решение, которое запрещает вот этим крупным компаниям, которые принимают зерно, которые принимают щебень ЖБИ и другие такие предприятия, чтобы они ограничили до разумного максимальный вес автомобилей, которые заезжают под разгрузку. И вот таким образом не будет коррупции на дороге, не будет коррупции. Цифру? Ну там 60 тонн, например. Губернатор, кстати, губернатор и замгубернатора эти цифры озвучивали. Я уже озвучивал. Смотрите, ограничить давайте мы сейчас, вес 60 извините, тонн, можно например. Мы сейчас не будем договариваться о цифре. Это чистый популизм. Мы сядем, давайте 40 тонн, 18, давайте найдем посередине. Да неправильно это. Нужно смотреть. Дело в том, что вы выбираете технологию, рассчитываете ущерб, который наносится. И потом только вот считается оптимизация. Смотрите, нужно брать во внимание и рентабельность перевозок, и нужно брать ущерб. Это все это, поймайте, популизм и политика. Нельзя говорить, вот у нас 59 километров, которые 40 тонн выдерживают, и 3500 километров, 18 тонн. Но мы не сойдемся где-то посередине. Это все это делают профессионалы путем расчетов. Мы здесь в зале даже не должны это обсуждать. Мы должны идти на то, чтобы наша продукция была конкурентная. Мы ищем компромисс. Спасибо. Не так, надо Александр здесь компромиссов. Это вопрос, точная наука. Передам слово это ущерб и все это считается. С математиком не поспоришь. Андрей Алексеевич, спасибо. Александр Ильянцев. Александр, пожалуйста. Может, сюда надо замечание делать? Дело в том, что я наконец-то спрошу в итоге то, что я хотел спросить в начале программы, но хочу сказать о чем. Мы, каждый из нас сюда пришел по своей какой-то причине. Кому-то хочется много возить, кто-то не хочет
чтобы много возили. Почему я изначально говорил, давайте придем к системе координат. Но нельзя ограничивать вес в общем. Потому что есть нагрузка конкретная на ось, и есть давление на тот же асфальт. И если едет шестиосная машина, это одно давление на дорогу, распределение нагрузки. Да, это как танк с узкими гусеницами или широкими гусеницами. Это давление называется. Мы говорим о том, что есть понятие безопасности. Если вы говорили, есть маны, которые вы покупаете сегодня, которые соответствуют, в принципе, европейским, вы можете и в Европу на этой мане выехать. Но на КамАЗе вы не выйдете через границу. И вот когда едешь по дорогам, а по дорогам, извините, за последние полтора года я очень много ездил, я ни разу не видел перевернутого там Ивеки, Мана там или Скани. Но зато я видел сотни, наверное, перевернутых КамАЗов, которые на две оси, заднюю там тележку, в полтора раза нарастили борта, непонятно сколько нагрузили, и у него колеса отрываются, и машина переворачивается навстречу идущему транспорту. Вот что важно. Пожалуйста, покупайте нормальные машины. Покупайте, там, пускай там не евро 6, евро 4. И возите. Никто вам слова ничего не будет говорить. Другой вопрос, что да, действительно, и прав был человек, который сказал, что ему непонятно, почему транспорт тех людей, которые финансируют на сегодняшний день терроризм, того же Януковича, Тигипка и так далее, ездят спокойно, им честь отдают или отворачиваются, а вас постоянно тормозят. Это тоже неправильно. И мы не говорим о том, что нужно там все запретить. Нужно возить, нужно развивать инфраструктуру, нужно развивать и водный транспорт, и железнодорожный, как говорил. Нужно строить элеватор, чтобы сократить расстояние, проезжаемое вами. Но вы на сегодняшний день можете ответить, сколько КамАЗов конкретно, которых уже нужно выбрасывать, которых двигатели после каждой ходки, наверное, меняют, у вас есть на сегодняшний день? Или у вас все нормальные современные машины? Да, пожалуйста. Саша, значит, я тебе отвечу по поводу нагрузки на ось. Значит, ты правильно говоришь, и если бы эта нагрузка на ось бы считалась, но у нас есть, кроме того, Саша, вот я довожу до твоего ведома, что сколько посей у меня не стояло, даже пусть 20 осей стоит, как ты говоришь, там на каждую ось, на одинарную ось 11 тонн, на спаренный идет 16 там, тонн, разрешается перевозить. Так вот, если даже у меня 20 осей будет стоять, у меня полная масса по нашему антинародному старому закону не должна превышать 38 тонн, Саша. Даже если у меня будет давление на асфальт, как говорится, минимальное, это никого не интересует. Сегодня прописан так закон. Лоббирует интересы весовых комплексов одна единственная монополия, это железная дорога. Да. Почему? Потому что железная дорога — это машинист и помощник машиниста. Мы были задавали вопрос конкретный Романчуку. Мы завтра остановим транспорт, так как говорит Андрей Алексеевич. Вы готовы всех наших водителей, они завтра придут, как подобал даже администрацию, вы готовы обеспечить работой? Они молчат. Так у нас город, Николаев, портовой город, да. Если мы сегодня уберем зерновой бизнес, мы положим сельское хозяйство, мы не сможем, Саша, перевозить. Мы выгоним людей, людям не будет что делать, да, потому что вот этот закон, он антинародный. Теперь я тебе дальше, Саша, скажу, чтобы ты правильно понимал, как работали весовые комплексы. Вот едет КамАЗ, восьмерка, да, по техпаспорту он идет, да, восьмитонник, да, у него три оси, две спарин, спаренная ось 16 тонн и передок 11. То есть можно ему везти 27 тонн по нагрузке на ось. Значит, он, даже если он везет без перегруза, вот 8, допустим, там он везет, к примеру, там 12 там тонн, да, ну без перегруза, да, вот он идет один. Значит, приезжает он на весовой комплекс, они говорят, хорошо, вы же без перегруза, мы видим, что вы 12 тонн, заезжайте на весовой комплекс. Заезжает машина на весовой комплекс, они говорят, а технические данные транспортного средства вы должны везти 8 тонн. Ну так прописано у нас было, это с советских времен. Будьте добры, платите 700 гривен штрафом, и сейчас на вас составим. Евро. Не, 700 гривен, это по линии ГАИ, Саша. Поэтому ведь эти весовые комплексы, там как ни заходи, Саша, с какой стороны, там сделано это для того, чтобы платить. И это не делается для спасения дорог. Что касается железной дороги. Железная дорога, я еще раз напомню, она будет планомерно повышать тарифы. Если сегодня не будет работать морпорт, не будут работать эти причалы, мы потеряем сегодня рабочие места. Это потеряется сотни тысяч рабочих мест. Мы потеряем сегодня бизнес в Николаеве. Объясню почему. Это для николаевцев кажется все очень просто. Значит,
Потому что тот водитель, который получает заработную плату, тот бухгалтер, который работает у меня на зерновой компании, я завтра вынужден буду уволить. Это не только водителя. Да? Значит, завтра у нас станет торговля вся, у нас супермаркеты, люди не будут покупать, у нас будет депрессивный регион. Фактически, знаете, вот как есть Кривой Рог, да, это самый грязный город в мире. Там есть Криворожсталь. Это все признают. Грязный. Закрыть, да. Так что закрыть завод и сегодня 750-тысячный город выгнать людей, так это бунт будет. Ну надо же думать, надо подходить. Но я хочу сказать, если там смотреть там, на европейский опыт и так далее, да сегодня многие в Европе и в других странах заинтересованы, чтобы Криворожсталь стала. Потому что это конкуренция на мировом рынке. И нам сегодня то, что вот. Предлагают там, вот вы, ребята, давайте возите, вот меньше возите. Да это фактически остановка, это фактически мы остановим сегодня город. Значит, если мы получим депрессивный регион сегодня, завтра станут все рынки, вся торговля, магазины, людям не будет где работать. Саша, что будет? Ты знаешь, что голодные люди выйдут бунтовать на улицу. И уже никто никого не будет слушать. Сколько у вас рабочих мест? Саша. Пожалуйста, давайте вот вам. Кстати. У меня такое ощущение, что установка весовых комплексов, наверное, придумана только для того, чтобы на улице наших городов вернулись старые КАМАЗы со свалок, чтобы их пособирали. Вот у меня есть два КАМАЗа. Получается так, что по грузоподъемности по осям он везет у меня 28-30 тонн, то, что мы реально возим, в том числе и на Небулон. Если за 40 тонн на весовых будет узаконено, будут ставить весовые, он будет возить, ну, 27-28. То есть КАМАЗ мой, в принципе, не пострадает. Водитель у меня нормальный, он не перегружает эти машины. Но вместо одного МАНа и ДАФа, Евро-4, Евро-5, которые, ну, экологически более чистые, не безопасные, а более чистые, в город заедет 2-3 КАМАЗа, не знаю, МАЗа, ЗИЛа, полуторки. То есть, в принципе, чистоты в городе не будет. Если мне кто-то скажет, что ЗИЛ, либо старый МАЗ, дорогу давит меньше, чем МАН или ДАФ, это будет неправдой. То есть, в первую очередь, пострадают как раз жители города. Поймите, нельзя запрещать что-то. Давайте запретим сигареты, давайте запретим алкоголь, оружие, ножи на кухне запретим. Нужно находить консенсус, общаться. Спасибо. И решать вопросы. Олег Кровец, а я, пока до Олега доходит сейчас Наташа, я хочу задать вопрос Андрею Алексеевичу. Вот, Андрей Алексеевич, у нас как бы программа, проблема делится на две части. Да? Первая – это проблема законодательная, вот именно отсутствие необходимых законов, о чем вы говорили, вы это делаете. С другой – это вот вопрос недоверия к власти, что власть делает что-то не так, хотя на самом деле могла бы делать правильно. И несколько достаточно дельных рецептов звучало. Да, они не всех устраивают, но в целом как бы нормально. Вот вы руководитель президентской партии в области, да, БПП. К вам имеет непосредственное отношение губернатор Николаевской области Вадим Иванович Мериков, ну просто потому, что он, так сказать, это вертикаль президента, ну и, соответственно, как бы логично вам у него спросить или вам попросить его помощи. Кому, как не вам, обращаться за тем, чтобы власть, которую мы здесь критикуем, работала эффективно. Чтобы мы не говорили, как вы рассказывали, там Роман Хмель, да, там вот не хочет, мешает мне работать. И не говорили, да власть, если бы взялась за дело, то у него все было в порядке. А кому еще? Я не случайно вот здесь вот постоянно говорю, вот представитель такой партии, представитель такой партии. Потому что сейчас идут выборы, и очень много различных рассказов о том, как будет хорошо после того, как выберут. Вот сейчас уже есть реальная ситуация. Вполне себе политически структурированное общество. Кому обращаться, как не к вам? Вы же не оппозиция, вам не надо ругать вас, власть, вам надо заставлять власть работать. Пожалуйста, Андрей Алексеевич. И потом Андрей, Олег. Хорошо. Ну, на самом деле, когда была презентация пилотного проекта, да, это то, о чем мы говорим, это сегодня. Вот как раз был и Ярославль, был как раз и Николай Павлович, да, приезжали в Киев, когда мы предлагали это, раз. Во-вторых, я также понимаю, что в принципе и перевозчики ходят и общаются с Вадимом Ивановичем. Я также с ним общался. Мы набирали по селекторному и Романа Хмеля. То есть, понимаете, диалог есть, но тем не менее, вот вызывает обиду вот такие вот шарахания, понимаете, там с одной стороны вот общественники давят, вот давайте сохраним эти дороги, да, вроде бы тоже нужно там прислушаться, с другой стороны там говорят, не нужно это делать, потому что там что-то пострадает. Вот сегодня власть, к сожалению, вот вынуждена искать вот компромиссы, и вот мы пытаемся варьировать в зоне, где четко не прописано законами. Вот пока мы не выпишем это на законодательном уровне, у нас будут стычки. Я против того, чтобы как раз вот эти вот вещи мы приводили к бунтам.
приводили к непониманию, приводили к противостоянию. Сегодня, к сожалению, очень многим выгодно в том, чтобы одних на других натравить. Там перевозчики воюют там, с зернотрейдерами, аграрии воюют с перевозчиками, все против друг воруют, воюют. На самом деле, смотрите, мы говорим только о зерне, который составляет 30% перевозок в Украине. Да, это всего лишь часть. Понимаете, экономика гораздо сложнее. Поэтому здесь, пока мы не решим это все на законодательном уровне, результата не будет. А тем временем я предлагаю просто вот уйти от таких вот противостояний, как с одной стороны, так и с другой. Алексей, вы сами сказали удивительную фразу. К сожалению, власть вынуждена идти искать компромисс. Вы считаете, что компромисс для власти это плохо? Никогда не будут все довольны. И мне кажется, что власть как раз и должна найти вот то решение, которое не устраивая всех абсолютно, в конце концов, примирить те стороны, которые не находят общего языка. Ну, смотрите, на самом деле, вот есть, допустим, проблема, вот есть точка зрения, давайте мы запретим, давайте мы будем контролировать. Они идут на это, они пытаются это делать. Потом смотрят, что с другой стороны, это тоже вызывает агрессию. Да, поэтому вот у нас весы сколько работают, полдня или пытаются работать? Да, и потом бунт, потом опять сняли. Через две недели опять поставили. Что меняется? Вот как раз вот сегодня власть вынуждена вот в этой зоне такой серой вот пытаться вот искать этот компромисс и вызывает недовольство то с одной стороны, то с другой стороны. Пока мы не решим комплексно, вот будет такая вот ситуация. Спасибо, Андрей Алексеевич. Сейчас Олег, Евгений, и мы идем уже на коду, у нас осталось 4 минуты. Пожалуйста, Олег, сегодня, очень коротко. Сегодня в цій студії дуже багато звучало різних питань. І так, знаєте, сидячи, дивлячись на це, бачу, що ми, в принципі, всі созвучні з тим, що, як би там не було, дороги треба робити. Треба їх робити. І, знаєте, таке питання цікаве виникає, коли ми запитуємо, а чому у нас дороги роздолбані, а перевізники кажуть, що а ми платимо, ми за все платимо. І тоді виникає зразу автоматичне питання, а де ж кошти діваються, розумієте? Тобто десь зависає. І ці люди дійсно, вони зараз нас всіх зіштовхують лобами, розумієте? Тому якщо, наприклад, сьогодні, якщо підійти до цього реально, то ми з вами розуміємо, що, наприклад, коли піднімалося питання в 2008 році про транзитну країну. Ми тоді вже розуміли, що необхідно робити ці дороги. І тому сьогодні, я думаю, що треба багатьом прикусити язик стосовно того, що є якась там, що політиканством займаються, розумієте? Тому сьогодні треба підходити до цих проблем реально, планомірно. Я розумію чудово, що зараз будуть місцеві вибори. В будь-якому випадку ми будемо всі разом працювати величезною командою, будемо працювати на благо нашої області. Всі говорять за пілотний проєкт нашої області. Давайте хай це буде не пілотний проєкт, а це буде абсолютно реально. І ми також знаємо, що ви можете сьогодні звернутися до нас і так само вам допоможуть і наші депутати нашої фракції «Батьківщина» в Верховній Раді по всім цим питанням. Том, Олег, спасибо. Крулько, он также является, да, является сам. Господа, я хочу сказать, что на самом деле политика у нас везде. И до тех пор, пока мы будем понимать, что политика это где-то там далеко, вот так с нами будет. Давайте сойдемся на том, что политиков надо любить, политиков надо использовать. Пожалуйста, Евгений, очень коротко. Давайте. Господа, мы не успеем, у нас уже времени не осталось. Мне бы хотелось, Евгений, пожалуйста. Мы отошли как-то в сторону, вот, развели эту демагогию о том, что там надо что-то в перспективе решить, что-то у нас, какой-то бюджет появится в 2016, в 2017 что-то будет. У меня вопрос ко всем присутствующим. Что вы предлагаете сделать? Первый шаг, второй шаг и третий шаг? Чтобы результат, я повторюсь, результат, реальный результат был завтра. Вот то, что вот мы уже сталкивались вот с этой вот государственной машиной, несмотря на то, что ребята-перевозчики думают, что я какой-то засланный агент Мерикова или Романчука, мне абсолютно по боку эти персоны. Вот, я их могу критиковать, а могу не критиковать. Это мое личное мнение. Вот. Вот когда вопрос стал, мы посвятили, грубо говоря, в этом сезоне, где-то я лично посвятил в этом сезоне полгода своего личного времени на мониторинг дорог, и нам удалось показать какие-то результаты в городе, да, в городе, потому что на область у меня физически не хватало времени. И увидя, что это разрушается буквально на наших глазах, мы
затронули такую тему, как тема температурного режима. Это тот минимум, да, который позволил хотя бы что-то поменять. Так вот, у меня предложение к ребятам. По пунктам, по шагам. Первое, второе, третье, чтобы результат появился завтра. Не через год, не через полгода, а чтобы мы не... Я понял, упустили этот момент. Господа, мы уже вышли за все рамки, поэтому по 15 секунд, пожалуйста. Андрей Алексеевич, Николай Николаевич, Александр, пожалуйста. Только именно 15 секунд. Не будет никакой инициативы, не тешьте себя, что вы что-то придумаете сегодня, чтобы завтра решить. Эта проблема создавалась годами. Это проблема целого общества. С запретом вы тоже это не решите. Спасибо. Николай Николаевич. Я думаю, что двигаться надо вперед и думать о завтрашнем дне. Хотелось бы, чтобы дороги были сегодня идеальны. Но хотя бы давайте, чтобы с 1 января этот пилотный проект заработал. Тут осталось 4 месяца. А для того, чтобы сохранить дороги, запретить нашим всем ЖБИ там и другим представителям Сивидорам и так далее принимать большегрузые машины. И тогда хоть мы чуть-чуть сохраним, за это время подготовим законодательную базу и будем строить новые дороги. Спасибо. Александр. Я, как уже озвучил, мы все-таки продолжим бороться с КАМАЗами, вот этими, с настройками непонятными. Есть стандартные машины, стандартизованные, да, которые в состоянии перевозить с минимальным ущербом для дорог большие грузы. Пожалуйста, если вы также коротко ответите, вот, пожалуйста, ваше последнее слово. Да. Я коротко отвечу. Я сегодня вот хочу сказать, знаете, вот мы сегодня по поводу вот строительства этих новых дорог, это, знаете, вот мне такое напоминает, когда живут все в старых деревянных домах, и кто-то хочет построить хорошие каменные дома. И нам говорят, да нет, этого нельзя делать, вот давайте мы как-то будем сохранять вот это, то, что говорит Андрей Алексеевич. Я сегодня говорю конкретные цифры. Перевозчик сегодня в год предлагает 600 тысяч, а дорога на Казанку, 600 миллионов, а дорога на Казанку стоит 1 300 000. У нас годами дорог таких не было, а Женя мне рассказывает, что сегодня нет конкретного результата. Хорошо, все, спасибо. Итак, мы уже перебрали время, отже, я дуже дякую всім за жваву і, як мені здається, плідну дискусію. Андрій Олексійович, я дуже сподіваюся, що ті думки, які тут пролунали, все ж таки допоможуть вам у вашій законодавчій діяльності. Напевно, що певні підходи ви або переглянете, або щось вам це дасть для розуміння того, чим ви займаєтесь. Адже ви законодавець, на вас у нас дуже великі сподівання. Панове, Олександр, Микола Миколаївич, незважаючи на те, що ви, наскільки я розумію, розходитесь у даному питанні, втім, щось мені підказує, що тут ви знайшли певні точки дотику, і напевно, що не буде у нас йти війна там, де потрібно справді шукати якісь спільні дії для того, щоб справді і жили ми усі добре, і щоб, зокрема, наші дороги були нормальні, і щоб взагалі ми почали довіряти одне одному. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.